Что-то прям как-то игра слишком тихо звучит, да? Сейчас надо будет настройках полазить, посмотреть. Ощущение, кого-то он сохраняет настройки из предыдущих игр. Так, сейчас. Who's that real wondering? What if? Такой стил. Thrill. Так, чё по настройкам Драгонбола? Субтитры есть, индикатор активной зоны есть, обучение есть, кнопка пропуска мини-игр тоже есть. Норм. Не надо, да? Ну, яркость это не то. 57, 45, 100. Снова? Ну, в смысле снова? Зара, блин, странный какой-то вопрос. У игры 4 части. Мы же не заново ее проходим. Нет, я ее не проходил, Зара. Это четвертая часть. Так, громче игру тоже не делаем, да? Ни тише, ни громче. Оставляем так. Да, это последняя часть, четвертая. Ну а ты как думал? Так, бежать. Предыдущая точка интерес, следующая точка объединить, отменить пропустить текст, квадратик посмотреть, выбрать использовать пропустить текст, выбрать точку интереса, показать точку интереса, инвентарь, быстрый инвентарь, идти бежать, понятно. Не, третья не последняя, четвертая последняя. Какие еще озвучки есть? А, понятно, только две озвучки они в этот раз сделали, ну ладно. Так, громче игру точно не надо, да, делать? Давайте я сейчас сам тоже проверю. Так, ну-ка. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем звук опять. Но да, вроде со звуком все нормально. Громче и тише не надо делать. Так, ну что? Новая игра. Что там, кстати, по бонусам? Интересно, а? Журналы? А, теперь тут журналы, да? В прошлый раз мы собирали, получается, энциклопедию по утконосам. До этого мы собирали новогоднюю открытку с оголенный гол. Ладно, погнали. Сейчас опять обучение же будет, да? The end was never our creation. It was there all this time. All we did was tempt it. The same way a surfer tempts fate. Or tempts a shark by trying to outswim it. A for effort. We crafted spears against beasts. Built walls against spears, ladders against walls, and towers against ladders. After that, we built boats, ramparts, chimneys, shaving foam pie catapults, and when all our trash threatened to swallow even our highest spires, we built a spaceship, powered by nothing less than the destruction of our own planet. The preparations took decades. What was meant to be an ark became a home. My home. Elysium. None of us ever thought there were thousands of clueless survivors down in that trash. Our bastion of hope became a herald of doom for Deponia. Fortunately, the tables turned. One of those clueless people foiled the plan. He saved Deponia and all who were left behind. And he saved me. By falling for me. Literally. The end. Oh! Oh, you don't like this ending? Still hoping for something more upbeat? Конечно. Well, it's like I said. Endings and sharks. Don't tempt them. Though,
I gotta admit, even after all this time, I keep asking myself, if I was able to turn back time, what would I change? What would be the better ending? Or do I just want it to never end? Так, интересненько. Сверкало, думал, твоя Соника сейчас рванет. Не. А где обучение привычное? Да? Здесь творился настоящий ад. Хотя о чем это я? Где сейчас хорошо? Пришлось бросить старину Джерайма. Он сам виноват. Нужно отдать ему должное. Он быстрее всех снял покрышки. Но совсем не торопился с моим коктейлем. По крайней мере, мы смогли оторваться от кровожадных. Нет, не смогли, да? Торопиться. Хочешь пройти обучение? Давай. Вспомним. Добро пожаловать в режим обучения. Здесь ты шаг за шагом изучишь управление игрой. Используй кнопки в правом верхнем углу экрана, чтобы заново вывести обучающий понятно. Во-первых, используйте клавиши активных точек, чтобы найти интересные объекты. Это подсветит все интерактивные объекты сцены. Просто нажмите и удерживайте правый джойстик. А, ни хрена себе. Прикольно. Сейчас вам следует спуститься по этой платформе. Используйте левый джойстик, чтобы переместиться к лестнице. Используйте крестик, чтобы взаимодействовать с ней. Вы можете переключить выбранную точку интереса, нажав правый джойстик L или R1. Понятно. Эдвард Сноуман. The Edward Snowman was no beauty. Но другой надежды у меня не было. Замерзший ящик с инструментами. Замерз даже ящик с аварийной горелкой. Какая ирония. Опа. Вы можете посмотреть на некоторые объекты, для этого используйте кнопку квадрат. Попробуйте посмотреть на Эдварда Сноумана. The Edward Snowman was no beauty. Вы можете покинуть сцену, использовав выход. Его можно найти в правой части экрана. Чтобы открыть дверь, используйте крестик. Нажмите L2 или R2, чтобы двигаться быстрее. Теперь покиньте сцену. Видите аэрозоль? Вы можете взять этот предмет, поднимите его, нажав крестик. Не вижу аэрозоль. Ага, вижу. Это же он-то. Не самый любимый мой цвет. Подобрал. Все найденные предметы будут сохраниться в инвентаре. Нажмите вниз, чтобы открыть инвентарь. Ты можешь комбинировать предметы из инвентаря. Открой инвентарь, выбери баллончик и скомбинируй его с зажигалкой. Зажигалка была не просто памятным сувениром. Она зажигала огонь. Нихрена себе прикольно. Круто. Отлично, теперь вернемся к машине. В смысле? Органон запечатали двери взрывной башни. As if to say, if словно говоря, если кто разнесет планету на куски, то это будем мы. Смех, да и только. Красите, какой-то оболтус вывел надежды больше нет на двери взрывной башни. Ха, тоже мне новость. Органон запечатали двери взрывной башни. К Эдварду Сноуману. Это не так высмеяли же, получается, Эдварда Сноудена. Шпиона. Вы можете использовать предмет вместе с другим объектом. Поднимитесь по лестнице и выберите в инвентаре самодельный огнемет. Также вы можете использовать быстрый инвентарь. Чтобы выбрать предмет, нажмите налево или направо. Вы сможете посмотреть на предмет, нажав вверх. Теперь растопите лед, блокирующий замороженный ящик с инструментами, нажав треугольник. Отлично.
Поздравляю, теперь ты знаешь все, что необходимо для самостоятельной игры. Ты увидишь еще одно обучающее сообщение, когда у тебя появится возможность сделать что-то новое. Класс. Забираю. Горелка справилась со своей задачей. Но больше не осталось эфирок. Как в общем и всего прочего. Как почти все в наши дни. Времена простого вандализма давно прошли. Мой новый план был чуть более разрушительным. С виду казалось, что замок распилить. Но я уже далеко зашел и собирался закончить начатое полностью. Сзади меня бегает. На панике. Разрезать замок оказалось проще, чем я предполагал. Жаль, что все так быстро закончилось, но теперь путь был открыт. Что ж, друг мой. Братан, да? В этой сцене вы увидите шкалу питания. Быстро нажимайте крестик, чтобы преуспеть. Удачи. О нет. Типа круг тайм-эвентов. На этом обучение заканчивается. Теперь ты знаешь, что необходимо. Приятной игры. Да, спасибо. Эй, отпусти меня. На тебе. Опа. Отпусти. Можно. Хочу такие скриптайм ивенты. Слосова не было. Вот халтура. Опа. От открывшегося вида у меня перехватило дыхание. С этой высоты было видно все. Разрушение, безнадежность и кнопку, которая одновременно детонирует бесчисленные взрывные башни по всей Депонии. Когда я увидел бомбу, по спине пробежал холодок. Наверное, просто снег попал в капюшон. Дверь задержит их на какое-то время. Как будто я в метро играю в какое-то, а? Элизиум. Нифига себе, Элизиум упавший, а? И вот он лежал в снегу. Обгоревший, разбит от удара о землю. Элизиум, символ надежды. Какая безвкусица. Yeah. Да. Кажется, на этом все. Конец моего. Моё. В горле першит. The end of the road. Конец моего странствия. А? Как обычно. У нас даже Армагеддон заржавел. Ну, погоди. О, это что такое? О, отлично, шляпа. Шапка с помпоном. Одна из 52? Что? Come on. Давай же. Crap. Тьфу. Так ощущение, как это депнянцы, а? Сколько? Ну, чварлока. На. Прекрати. На еще. Я уже успел забыть, что ты в Японию играл. Время вспоминать. Забудь. Forget it. Поняла? Забыла? Забудь. Stop that. Так. Stop that. О, пытка чморлоков. Трофей получен. Я так и думал, что, скорее всего, сюда тоже ставят такой трофей.
во второй и в третьих частях были трофеи похожи. Нужно было кого-нибудь пнуть 10 раз подряд. Не зря. Джеронимо. Похоже, это, блин, депнянцы в прошлом. Ух ты, ой. Так, подожди-ка, ну-ка. Wait a minute. Это было быстро. Спасибо за стрим. Да. Спасибо. Living in the waste wasn't to your taste, but soon you will gaze true straight in the face. All rivers run eventually to the sea. At this age, it's evident there will be no happy end. Suck it up, princess, no one cares for your tears. It's over and I've no damns to give for second thoughts that you're stuck with. Looking for loopholes and wondering what if. Эпичность Хузы, как обычно, зашкаливает просто. Все мыслимые и немыслимые пределы. Хуза, он вернулся. Почему музыка из Кувака играет? Из первой части, а? Только не говори, что нам все это приснилось, а? What a nightmare. Ну и кошмар мне приснился. Я был стариком, с усами. Все мои друзья погибли. Лизиум упал с неба. И я взорвал Японию. Абсолютный бред. В смысле, усы? Серьезно? К счастью, все стало как прежде. Не терпится рассказать об этом моей зайке Тони. Чего? В смысле? Огонь потух. Видите, что мне приснилась ядерная зима? Отличная дверца. Пузырчатая пленка. Не смотреть. Иначе я из-за нее целыми днями не смогу работать. Опять. Ох, что-то пупырка. Гаечный ключ. С его помощью я смастерил свой ракетный гарпун. Или, погодите, это приснилось, да? Ох, как все запутано. Сейчас окажется, что нам вообще все приснилось, да, блин? Все три части Японии нам приснились, блин, а? Дайте я бонус хоть посмотрю. Журнал. Шапка с помпонами. Ой, боже мой. Ёлки-палки, лучше бы я сюда не заглядывал, а? Если тут не будет никакой эротики, то, блин, все было зря, а? Вот во второй части, да, была прям классная гол. Ну ладно. Реально музыка из Кувака играет, а? Что? Это Кувак! Sweet. Крутяк! Пока я спал, шар наполнился газом. Теперь остается лишь настроить пламя и вперед! To Elysium and к Элизиуму и дальше! Тони глазам своим не поверит. Нужно упаковать их в хрустальные бокалы. Не то чтобы с ними может что-то случиться, но... Хорошо, для антуража. Последнее, что мне нужно на шаре, это балласт. Ха, правда. The last thing I need on my balloon. Мне нужно нашарить это балласт. Ага, он его отсоединил, что ли, получается? Рычаг газа. Так, я не буду пока ничего трогать, сейчас улететь, что. Хотя. To Elysium! На Элизиум! Не-не-не-не-не! Ха? What now? Что теперь? Oh, damn! Черт возьми, топка не горит. Фух! Какой же я сел? Я уже думал, сейчас улетит реально. Я еще хотел взять с собой Тони. Вот дурной, а. Вот дурной Руфус. Веревка. Взял веревку. А, могу ее типа привязать, что ли, получается? Знаки. Нет. Я долго репетировал номер с лассо. В следующий раз, когда я брошу петлю, мне что-нибудь угодит. Ладно. Эти шифрованные знаки в последнее время попадаются все чаще. И по какой-то странной причине всегда поблизости от меня. Это подозрительно.
пирамида бокалов. Если Тони broken, боится разбить свои бокалы, зачем так демонстративно like строить из них пирамиду? Time to get to work. Пора за работку. No, stop. Нет, стоп! Что-то мне это напоминает. That's exactly the way things happened. Именно так все произошло в моем сне. Я забыл пузырчатую пленку. И тогда все пошло под откос. Тони так рассердилась, что бросила меня. А потом... я раскрыл заговор органонцев и начал революцию. Заметка для себя. Не стоит дегустировать клей перед сном. Так, интересно. Дела обретают все новое. Новые подробности, новый оборот. Забираем. Охренеть. Что происходит? These visions aren't all bad. Видение, I should become a prophet. Можно стать пророком. Нино, Нино, либо, let me through. Пропустите. I'm a prophet. Hey, стой! Нет, 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 нет. О, бой. Somehow my vision missed. Да, почему-то в моем видении этого не было. Видений, блин. Ну ты что, прикалываешься, что ли, ну? Нарушитель. Кто hey, это? Hello? Эй, ты! Алло! You can't park здесь нельзя парковаться. Кто это, блин? Сейчас мы пупырку всё обмотаю, а? Там уже так полно хлама. Хлам. Гаечный ключ. Ну-ка. There's already enough junk in... Не хочет, да, гаечный ключом ударить. Хозяин этой машины явно механик-энтузиаст. А самоделки не химичат с тормозными шлангами. В общем, есть риск попасться. Ну ладно. Пипец, к перекрестку. Ну сейчас мне то не устроит. Soon, first, сначала я выскажу этому нарушителю правила парковки и все, что я о нем думаю. Ладно. Это наш друг, наверное, будет, да? А, нет. Hey, you there. Эй, ты! Is this your pile of junk? Это твоя куча хлама. Прошу, держись от меня подальше, и от меня тоже. Меня здесь вообще быть не должно. Well, да, да, полностью согласен. Here... Но раз уж ты здесь... Ты вообще кто такой? Anyway? Меня... Мое имя не имеет значения. Не обращай на меня внимания. Я рад, мистер, не имеет значения. Строго говоря, мне вообще нельзя говорить с тобой. По крайней мере, пока не ясно, принадлежим ли мы к одной вселенной. Боюсь, что это маловероятно. Нужно избегать даже малейших контактов любой ценой. Ты понимаешь? Никаких контактов. Кстати, а чем ты тут занимаешься? Лучше тебе этого не знать, честное слово. Это точно. Так что хватит засыпать мне вопросами, а? Никаких контактов. Это очень важно. Что ты наделал? What have you done? I'm not allowed to talk. Мне нельзя об этом говорить. Это... One minute. Одну минутку. А что я наделал? You destroyed my girlfriend's glasses. Ты парковался и переехал бокалы моей подружки. Вот чертополох. Ты понимаешь, что это значит? Вероятно, я спровоцировал катастрофу апокалиптического масштаба. Да, но обычно она успокаивается через пару дней. Ты не так понял. Я говорю о дожде, залы и потоках магмы, беспросветной тьме. Да, все сходится. Ты, видно, уже знаком с Тони. Я понял. Вот этого бокала не склеится. Ты прав, нужно что-то делать. В конце концов, это ты их разбил. Дай подумать. Думай быстрее. Есть одна возможность. Но это крайне опасно. Ой, ты же не намекаешь на... Да, у нас нет выбора. Не говори глупости. Должно же быть другое решение. Возможно, но мне ничего не приходит в голову. Боюсь, что я принял окончательное решение. Я собираюсь... Нет! Повернуть время вспять. No! Нет, you... ты... Что? Oh, я думал, ты решил попросить прощения. Но твое предложение лучше. Хорошая идея, молодец. Быть может, ты меня не совсем понимаешь. Я сказал, что вернусь в прошлое. Ага, валяй. План супер. И ты совсем не удивлен? У тебя наверняка миллион вопросов. Ну ладно. Ты вообще кто такой? Меня зовут Макроникл. Я работаю в университете хламоторговли Порт-Ржава. Ты профессор? Каких наук?
История дебилизма? Я специализируюсь на темпоральной физике. Изучаю аномалии на четвертой оси времени пространства. Серьезно? Тогда, наверное, ты сможешь ответить на один вопрос касательно времени. Вполне возможно. Когда, дорогой Макомикон, да? Когда? Когда я просил тебя рассказывать свою биографию? Давай мне 37 уровень. Драка. Хламоторговля, почти как мой диплом технаря. Привет, Кэлен, доброго вечера. Кстати, а чем ты тут занимаешься? Я ищу временные аномалии. Да? Ну, а тут уже нашел. Не люблю хвастаться, но я практически сама сингулярность. Боюсь, мой дисплей не согласен. Естественно. Я говорю о разрыве во времени. Это серьезно. Как будто секущийся кончик времени. Ну, у меня с волосами полный порядок. Квантовая пена вот-вот вскипит. Произошло нечто ужасное. И, возможно, этот кошмар будет повторяться бесконечно. Ты прям как моя девушка Тони. А как же никаких контактов? Если что, я по среднеспециальному товаровед эксперт. О как! Так и нормально, и чё нет? Как же никаких контактов? К сожалению, уже слишком поздно. Произошло немыслимое. Но мы можем всё уладить, если будем действовать по моему плану. Вернём моду на резиновые сапоги? Ерунда! Я имею в виду... Повернуть время вспять! Ты слышал этот странный звук? Назови квадратный корень из 237169. Ну-ка быстренько, кто умный? What's the square root of 237169? Ну, быстрее, пока он не ответил. 487, но я имел в виду другие вопросы. Ответ на которые не так-то очевидно. Знаю, да. Ладно, в каком смысле ты повернешь время вспять? В прямом! Я изобрел устройство, позволяющее избегать несчастных случаев уже после того, как они произошли. Оно сохраняет образ времени и пространства перед тем, как я начинаю парковаться задом. Ты изобрел машину времени и используешь ее для помощи при парковке? Ты, Макропринц, просто четырехпространственный слабак. На самом деле, его не следует использовать. Представь, что будет, если эту технологию пойдет в безответственные руки. Да уж, было бы плохо. Как эта штука включается? Не стоило сюда прилетать. Это ошибку легко исправить. Простым поворотом этой рукоятки. Нет, постой! Упс. Нино, Либо, пропустите, я пророк! Почему у меня так чешется родничок? Возможно, это синаптическое ощущение моих воспоминаний о грядущем. Эй, мистер Руфус! А? Что? Минуточку, я тебя знаю. Ты Макроникль. Макроникл. Но это значит, что ты помнишь. Еще вы не помните, это ведь ты переехал бокалы. Потрясающе. Не настолько потрясающе, как твои негодные тормоза. Но в продолжении тема потрясающего. Как это вообще возможно? Обсудим это чуть позже. Сначала помоги мне припарковаться. Не хотела бы снова повторять недавнюю оплошность. То есть грядущую оплошность? Нет, по-моему, это было только что. О, похоже, сегодня будет трудный день. Готов? Конечно, что ж там? Жми! Давай, марш. Давай. Come on. Иди, твою мать! Это что было? Что? Что это был? Это был слон? Тут происходит что-то странное. Останови! Останови его! Руфус! Твою мать! О, нет, только не это! Только не слон! Какой? Что за слон? Что за хрень? Вы видели слона? Зато маленькая Ургения 20-30к, и то надо отработать работником зала, кассиром, уже тогда станешь товароведом, но это в ленте так охренеть, да. Чё-то как-то прям совсем. Асагири. Да. С левелапом тебя, Асагири. Да. Давно пора. С 37 уровнем тебя. Зачем труждать себя поисками якоря? Я так беру с собой Тони. Что, чтоб тебя, мистер Макропринц?
Well, ну как, получилось? No, you Нет, ran over the glasses ты переехал бокалы, again. Опять. Well, а ты почему ты не крикнул мне стоп? Я отвлекся. Кстати, ты случайно не заметил розового слона? Ты что, выпил? Откровенно говоря, да, и много. Только выпивка плохо сочетается с моим... Что-то там не успел. Похоже на то. Yes. My да, рефлексы у меня на порядок ниже нормы. Иначе он бы от меня не ушел. Слон типа, да? Now, where's the stupid thing hiding? Где же мог спрятаться этот гнусный зверь? Знаешь какого-то зверя? Макроникова. Макрононика. Интересно, о чем он думает, а? Надеюсь, время еще не вышло. Макроникал, господи, а? Hey, Mac. Привет, Мак. Конец света уже наступил? Боюсь, что да. Но я буду... Летит твою налево. Ох. Чуть мозг не выстрелил, а? Кошмар какой. Не успел микрофон отключить. Спасибо большое, спасибо. А, жесть. Ну как, нашел какие-нибудь временные аномалии? Надеюсь, в ушах у вас все нормально. Это делается не так. Может быть, ты взял удочку на... не за тот конец? Это не удочка, а устройство для измерения квантовых суперпозиций. И ты еще удивляешься, что клево. Нет, да? Клево нет. Спасибо большое. Пустить твою налево. Приветствую, Вальдер. Рад тебя видеть. Здесь разгуливает какой-то розовый слон. Он постоянно меня отвлекает. Потихонечку, полигонечку. Розовый слон? Весьма тревожный знак. Возможно, это авангард розового... С чего там? Или поворот времени поведет твою центральную нервную систему? Не может быть. Я вплеснул свинец в центральную нервную систему, чтобы усилить воображение. Не представляю, чем это поможет. А я представляю. О, у тебя как дела, Вальдер? Ох, да, чихнул, что-то я прям знатно так, а. Нужно сейчас же избавиться от этого слона. Возможно, тебе стоит навестить врача. Нет, от доктора Гизмо помощи ждать не приходится. Мне запретили приходить в его клинику, потому что я иногда перекусываю просроченными лекарствами из мусорки. Ай, ясно. Тебе не кажется, что мой сон мог быть временной аномалией? Do you think my dream might also be a temporal anomaly? Possible. Мог. А что тебе снилось? Я спас Элизианку от органонсов. А потом мы... Без лишних подробностей, пожалуйста. Уверен, что это был просто сон. Причем самый обычный. В игре помереть нельзя, Саки решил ударить сразу по Гохе. Да, чтоб я чихо помер. Повернем время вспять еще раз. Даже не знаю, мне эта идея нравится все меньше. Ты хорошо подготовился в этот раз, ты уверен? Помни, пойми, все, что ты сделал после этого происшествия, не изменится. Нет, нет, я не готов. Давай немного подождем. Да. Йо, Карин. Ненавижу повторяться. Welcome back. Он за Дипония стрим. Ничего? Аппарат, который ничего не делает. Неудивительно, что его выбросили. Ничего. Выход. Дверка. Оба. Оба. Отделение слева, отделение справа. Автомат с кубиками льда. Ну-ка. Мне нужна подходящая емкость. У меня нет такой емкости. Ладно, значит, пока мы ничего не делаем. I'm fine, thanks. What about you? How is your day today? Туда мы не попадем, да? Пошли дальше. Дверка. Я надеюсь, там не Тони. Что? Бернет уже закрылся? Мне нужны сигнальные огни на случай, если мой легковспоминающийся аэростат охватит пламя. Ага, зашибись. Придумал. А там что? Больше никогда. Слышишь, Тук? Никогда. Это отсылка к отцу Тук. Ну, братец Тук или отец Тук, да? О, к Робин Гуду. Хотя кого я обманываю? Все равно, все рано или поздно возвращается. Фу. Братец Тук. Это реально... Ну вот. Это реально отсылка к Робин Гуду.
You can always rely on tact. На Тука всегда можно положиться, особенно если нужно прибраться по поселку в пробраться по поселку в комендантский час. You can always rely on tact to stagger through the village after closing time. Прикольно, а что это у них комендантский час, а? Hi, Tuck. Привет, Тук. And a lovely day to you. И тебе хорошего дня. Последняя порция сыдра была не кстати. Сыдр. Один шестым уровнем у тебя. Thank you for the water, Карин. Там какие-то глаза на нас смотрят. Да вообще, блин, не только глаза. Я видел, да, в мусорке они были, а. Вообще жуть какая-то, а. Ора-ора. В школу скоро. Now the sun is in the sky. Yeah, we still have a sun on our sky. So that last gnat's piss was a little off, was it? It's always. Почему-то именно последняя порция сыдра все портит. Well, maybe сыдра. You just don't know. Может, ты просто не умеешь вовремя остановиться? You know а then? Ты умеешь? Ha! Я всегда считал, что это нужно сделать, когда все наладится. Удачи, приятель. Пойло льется, пока рот открывается. Believe me, уж поверь, врубай всегда последняя бутылка. Тебе пора бросать пить. Бросить не проблема. Проблема не начать снова. А так вот, а. Казалось бы. Какие могут быть проблемы? Какой сегодня день? А я-то думал, мне надо меньше пить. Ты не слышишь музыку? Конечно, это гриль-четверг. Гриль-четверг? Какого года? С тобой все в порядке, Руфус? Как сказать? Мне приснился странный сон. Я познакомился с девушкой с Элизиума, и мы вдвоем спасли Японию, а потом я все-таки взорвал ее. Но гриль-четверг в Куваке? Получается, что ничего этого не было. Плавучий рынок, Боза, Док. Не может быть. Мои фанаты с ума сойдут, когда узнают, что этих приключений не было. Что? Какие еще фанаты? Та-да-дам! Та-да-дам! Не знаешь, где искать Тони? She's in Lonzo. Она в баре Лонзо. В голове не укладывается, что она обставила меня в литербол. У Лонзо? Значит, придется пройти весь парад придурочных? У тебя тоже похмелье по гриль-четвергам. Как я тебя понимаю? К счастью, никто не приглашает на танец, если у тебя лицо заблевано. Йо. Ты что-нибудь знаешь о видениях? Ты про всякую ерунду вроде розовых слонов? Всегда считал это глупым клише. Но сегодня здесь неподалеку правда разгуливает такая тварь? Ха, розовых слонах кто угодно увидит. Я видел будущее. А поздравляю. Особо нечем. Оно просто ужасно. Думаю, ты прав. Завтрашнее утро меня уже страшит. Нужно предотвратить воплощение в жизнь моего видения. Будь здоров, ну. Приветики, рад тебе видеть. I have to prevent my vision of the future from becoming reality. Professional advice. Совет профессионала. Loads побольше выпивки. Reliably helps. Очень помогает избавиться от самого настойчивого будущего. Я тоже видел розового слона. I saw the pink elephant too. Really? Правда? Yep. Да, тот еще геморрой. Постоянно отвлекает меня, когда я пытаюсь спасти бокалы Тони. Выходит, я все-таки не конченый идиот. Слушай, я бы на твоем месте не спешил с выводами. А если бы был тобой? Поможешь мне прогнать розового слона? Он уже ушел. Я не прошу помощи сейчас, скорее... В прошлом? Хочешь помочь тебе поймать слона из твоего прошлого? Мне это знакомо. У меня такая же проблема с женой Труди. Моя стратегия... Пить, пока не забудешь. Нет, так не пойдет. Фишка как раз в том, чтобы вспомнить, когда время повторится. Как я могу вспомнить то, что еще не произошло? Ха, все просто. Нужно только... дежавю. Да, кстати, а как это получается? Наверное, стоит спросить у Макроникова. Валяй.
Я выясню, как помочь тебе вспомнить. I'll find a way to make you remember. Ага. I should probably ask Макроникла. Наверное, стоит спросить у Макроникла. You do that. Оставайся в вертикальном положении. Draw me a sketch. Нарисуй мне схему. Так, мы пришли отсюда, да? Пошли сначала... О, утконос! О, это утконос-вампир. К шару. А, это с другой стороны обойти, да? Ага, вот оно чё. Вот оно чё. Я хочу дальше пойти. Куда это в проход? Ого! Он идет! Все по местам! А потом все как репетировали! Никакого открытого пламени рядом с Руфусом! Да прибудет с нами Титанус! Опа! Пробежал! А, он как ниндзя бегает! Блин, а? О, приколисты! Кого-то там переехало, да? Зун! О, ну что он делает? Плевать на мои пророческие видения! Никогда в жизни не отращу усы! Эй, Зун! Здравствуйте, незнакомец! Ты в городе? Ну, Руфус! Я каждый год участвую в празднике барбекю в Грилле Четверг! Точно! И зовут тебя... Зун! Зун! Действующий чемпион Сьерра Бензола по грилю! Сьерра Бензола? Если ты думал, что там всего трое жителей, это не значит, что получить титул там расплюнуть! Мьего и Мазут очень ловко управляются с метилами парами. Жаль, что они не смогут успеть в этом году. Да, угадаю. Несчастный случай на работе. Скажем так, когда они готовили люля-кебаб, то взяли слишком мало люля и слишком много кебаба. Сейчас, ребятки, секундочку звонок один сделаю. Сейчас вернусь. Ты знаешь, как поймать слона? Откуда, да? Конечно! Значит, зачем я раздобыл слоновое ружье? Я думал, он для показухи. Не без этого. Но охота на слонов — наша великая традиция. Она родилась, когда Ханнигал и Хенигуси посетили идею прошвырнуться по амальгаль-памбам. Я думал, они просто искали, где запломбировать клыки. Заламинировать. Что, видимо, не сделали столкновение из армии менее кровопролитной. Наверняка ты в курсе, что нет ничего опаснее слона с зубной болью. Охренеть просто, а. Ну, с третьим уровнем тебя. В округе видели слона. Поверю только, если сам увижу. Ну, он очень ловко прячется. Довольно необычно для слона. Ты уверен, что это не вомбат или сурок? Да, думаю, я бы уловил разницу. Многие так считают. А потом приходится вытаскивать их из цирка, покусанных вомбатами. Бедный дядя Диего. Ну все, конец эпичной саги, да. Все, четвертая часть. Вот здесь действительно слон. Позволь судить об этом специалисту. Я и есть специалист. Возможно, в звании себя тем, кем не являешься. Но уж точно не в охоте на слонов. Или у тебя вдруг завязались охотничья лицензия? Ха, лицензия нужна только салагам. Точно, потому что у профи она уже есть. Ах ты говнюк, а. Одолжишь мне свое ружье на слона? Нет. Я его доверю только другим охотникам на крупную дичь. Я как раз такой охотник. Ха, если бы ты охотился на крупную дичь, то знал бы, что слоны — это детский лепет. Слишком просто попасть. Профи охотится на мелкую дичь. На уток или крыс. А такое ружье не для них. Нужно что-то вроде духового ружья для прицельной стрельбы. Гораздо более точное. А только дротики у меня закончились. И трубки. И пчелы для парализующего яда. Да прекращай, должи мне слоновье ружье. Я сказал нет. Я его доверю только другим охотникам на крупную дичь. Ты можешь смастерить мне высокоточное духовое ружье? Духовое. Ой, кошмар. Как посмотреть? Лицензированный охотник на крупную дичь? Да. Показывай лицензию или проваливай. Умоляю, мне нужно это высокоточное духовое ружье. Хоть убейся. Oh, please. I need that high-precision blowpipe really urgently. Then show me your license. Показывай лицензию или проваливай. Что сегодня есть вкусного? So, what's tasty today? What do you think? А сам как думаешь? Крилле Четверг – день сурка. Разве день сурка не в буйный понедельник? Нет, Крилле Четверг. Я уверен. Well, I'll pass. Все равно я пас.
Я не особо любитель сто раз пережевывать сюжет сурков. А что это за бодяга с огнями и барбекю? Это называется «Гриль четверг». Я спрашиваю, почему вы все тушите, едва я приближаюсь. О, это самая обычная мера пожарной безопасности. Не беспокойся об этом. Я не собирался. Ну тогда, пока, барбекю. Ладно, давай. Ну-ка, ансамбль. Если бы в его игре было побольше чувств и поменьше слюны, он бы смог бы расслабиться в перерыве. Что такое? Почему вы не играете? Мы еще не выучили эту песню. А без света мы не можем прочесть ноты. Тогда почему не сыграть то, что вы уже выучили? Думаю, кое-что есть. Наш хит «Руди обломался у зубного». Только не это. Я уж слишком долго терплю этот вой. Все равно это лучше, чем весь день пялиться на мою рожу. Эй, не думай, что у меня картошка в ушах! Ни хрена, он там на него орет. On, давайте, сыграйте, Руди обломался. Руди! 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 А только не это. Я уж слишком долго терплю этот вой. Понятно. Не хотят, короче, они петь. Руди обломался. Ой, да... Чего? Блин! Ёшик, где бутылка? У меня в комнате есть бутылки, в которых уже зародилась новая жизнь. Проклятие! Слушай, забавно, а? Не успевает. Мощно! Это дробовик! Вероятно, меня ждет мое любимое приключение в Японии! Дашь мне свое ружье на слона? Нет! Much too easy to hit. Professionals hunt small animals. A gun like this won't. You need something like a high-precision blowpipe for that. Much more precise. Unfortunately, I'm clean out of darts and blowpipes and bees for the nerve poison. О, и этот здесь. Винсент, да, это же у нас. Я его не помню, как его назвали. Блин, заколебали, они везде гасят свет, где только мы не проходим, а? Нет. Ну почему он туда пошел обратно, а? Где бы мы не прошли, сразу же свет гасит, а? Смотри, оп. Оп. Барбекю. Любой барбекю гасит, едва я приближаюсь. Это означает лишь одно. Моя отмороженность не знает пределов. Ну, в принципе, его, правда, да. Запеченная картофелина. Кто-то оставил запеченный картофель в углях. Мой счастливый день! Оп. Ау, горячо! Дурацкий, но это еще слишком горячий. Нужно его как-нибудь остудить. Чем мы можем остудить корнеплод дурацкий, а? Игра с гнилыми фруктами. Самая тупая игра из всех, что я знаю. Wenzel? Is that Wenzel? You? А, Wenzel, это ты. Я тебя принял за фонарь. Из тыквы, честное слово. Очень смешно. Но я рад, что ты все-таки решил поучаствовать в «Гриле четверге». Выкуси. Я просто зашел за Тони. Ай, да, шар. А ты хорошо все продумал? Знаю, неделя в замкнутом пространстве вместе с ней кого угодно доведет до суицида. Но я совсем не уверен, что нашим отношениям пойдет на пользу, если я сбегу с планеты без нее. Я имею в виду, ты уверен, что пойдешь на это? Вы ведь уже расходились. Если твой план опять сорвется, может сломаться не только альтиметр, или твой нос, или крыша детского садика. Не переживай, малыш. На этот раз я все предусмотрел. К примеру, я не устраиваю альтиметров. Тони мне доверяет, и не зря. А вот увидишь. Ой-ой-ой-ой. Это мой прежний подельник Вензель и горящая тыква, понятно. Hey, Wenzel. Привет, Вензель. Hey, привет, Руфус. Может, сыграем гнилые фрукты? Очень рад тебя видеть. Столько времени прошло. Реально, да, он же во второй третьей части его даже не было. Но, Руфус, мы виделись вчера. Ты хотел даже стремянку, но в итоге вместо лестницы приспособил мою голову. А, маленькая путаница. Вечно ты подшучиваешь с моим ростом. Я просто привык ценить разные мелочи вроде тебя.
Ты не поверишь, что случилось со мной сегодня. You'll never believe all the stuff that's happened to me today. Let me guess. Да, угадаю. You tried to get ты пытался попасть на Элизиум, но спалился куда-то и стукнулся головой. Ответ неверный. У меня было видение из будущего. А потом я столкнулся с того несчастного парня с машиной времени МакМаффина. А потом меня донимал розовый слон. Потрясающе. Но не стоит отбрасывать теорию с ударом головой. Я вижу, ты получил работу в этой выгребной яме. Well done. Молодец. Каждый должен знать свое место в жизни. А почему ты так решил? Чан со сточной водой, запах, твои наклонности. Я просто сложил факты. Это не грязная вода. Это чан, часть веселой игры в гнилые фрукты. Игра со столетней традицией. Вот за это время все же стоило поменять. Гнилые фрукты? Что в них веселого? Rotten fruit game? That doesn't sound jolly at all. More like someone should maybe take a thick book with them when they take a dump. It's quite simple. Все очень просто. Каждый игрок пытается поставить три фрукта своего типа в ряд. Без рукавиц одного вида можно заработать в фрукул. Основная проблема — крысы. Эти твари пусят гнилых фруктов. Неужели кому-то охота в это играть? Победитель получит почти новую лицензию охотника на мелкую дичь, которая перейдет от чемпиона прошлого года. Поэтому дети до 18 лет к игре не допускаются. Ну и еще потому, что участник игры считается участником лотереи для взрослых. Да, и пойти в инфекционную рулетку. Здорово, Фло. Сейчас, ребятушки, сейчас я на минутку отойду, сейчас вернусь. Как ты, Флон? Как рыбалка прошла? Гнилые фрукты? Что в них веселого? Может, на перспективу провести полдня в сортире? Все очень просто. Каждый игрок пытается поставить три фрукта своего типа в ряд. Ну да, это тоже было. Понятно. Так, ладно, начнем игру. Looks beautiful. Let the games begin. Let's try you have this game. Someone to ты нашел play себе противника для игры? Me? А я, yes, exactly. Ах, да. Что насчет крысеныша? Ему не разрешается играть. Why что? Not? Почему? Потому что он недорос. Почему крысошкет не может играть? Why can't the rat boy play? Because he's still потому too young. Недорос, сказал садовый гном. Ладно, начнем игру. Let the games begin. Do you have some? Oh yeah. Нет, да, я знал, что что-то не так. Ну, пошли искать. I have to be going. My coat is slowly starting to smell like your tub of rotten fruit. Ай-яй-яй. Сэнкс, Карин. Дозатор меда. Последние пчелы в южном квадранте. На празднование в четверг уже 20 лет с вами. Если так пойдет и дальше, человечество погибнет раньше пчел. Правду, а? Выдвижной ящик. Опа. А ну, черт возьми, не получается. Same again. Вот опять. Или не хватает крана, или нас пугают эскимосами с протекающими перьевыми ручками. Так или иначе, не стоит лезть сюда руками. А чё там падает, кстати? Вон, что-то падает, когда я открываю инвентарь. Вон, там всякое барахло падает, блин, а? У бедного крысёнка нет даже нормальной одежды. Родители говорят, что гранитно-серый станет песком осеннего сезона. So brave. Какая отвага. My name
Мое имя Леонардо Альфонсо Мигель Гарсия де... Да-да-да. Крысошкет сойдет. Никто не запомнит твою билиберду. Билиберду? Мое имя получило награду. Крыс. Наш парень был из крыс. Ну почему все надо мной издеваются? О, разве тебе нельзя играть с другими крысами? Если ты говоришь об игре гнилые фрукты, то я бы с радостью, но я слишком маленький. Все верно, Руфус. Гнилые фрукты можно играть только взрослым. Я наступил на больное место? Я все еще слышу слабые стенания. Ну что, крысошкет, давай сыграем. Но я слишком маленький. Во-первых, ты слишком наглый, грызунишка. Грызунишка? Нет, вернемся к крысошкету. Крысошкет лучше. Да блин, они заколебали. Издеваются как могут. Прибор для резки картофеля. Рыбалка прошла следующим образом. Мно оборвал две снасти. Местная гопота пояснила по хардкору, что это типа стритфишинг, и это типа по понятиям. На велике прикатил знакомый, который доехал на велике же от Москвы до Таиланда. А еще у него в подругах ходит дочка губернатора Пхукета. Посидели с ним до 5 утра, уговорили... Уговорили пол-литра панамского рома и говорили о многом. Не поймал ничего. Ну... С какой-то стороны рыбалка была успешной, я считаю. Рыбалка по понятиям. Я что-то сделал, да? Я что-то порезал, да? Походу нет. Я не знаю, чем ее судить. Мне нечем ее судить. Куда-то еще идем. Тогда объясни мне еще раз, что ты нашла в этом придурке? Руфус, этот парень тебе не подходит. Да вообще, разве это парень? А? Скорее, неудачник, я бы сказал. Заткни варежки, Лотто. Безработный нищеброд, вести себя не умеет. И самое главное, у него нет никакого будущего. Предупреждаю, Лотто, хватит поносить моего парня. Да ладно тебе, Тони! Ты правда веришь этому недотёпе? Ты слышал, Тони, Лотто? Оставь его в покое. Нет, я хочу знать! Ты правда веришь, что он доставит вас на Элизиум, а? Скорее вы увидите меня в платье! Последний раз повторяю, Лотто, заткни свою пасть! Ты ведь могла выбрать любого, Тони! Если бы только открыл свои глаза, и ты увидишь, да. Вот! Вот настоящий мужчина! Мужик! Лотто, перестань! Мужественный бородатый мужик! Мебель совсем новая. Что скажешь? Хочешь потрогать мою бороду? Ну, лапочка. Все что-то будет, да? Странно. У меня ногу ломят. Может быть, надвигается гроза? А, вот! О боже! Лотто? Что с тобой? Можешь теперь звать меня Лотти? О боже! Нет! Охренеть! Блин, теперь все стало на свои места. Пипец. Я теперь понял, да. Теперь мы все знаем, как... откуда взялась Лотти. Господи, она ему бороду вырвала и по фистахам надавала, а. СМН войс. Жаль, что не приехал. Впрочем, снасти отремонтирую. Тогда милости прошу. Флон, я сказал, что на шашлыки пойду. Это был пипец. Я на протяжении 9 часов жарил и жрал шашлык. С 12 дня до 9 вечера. Просто жарил и жрал. Жарил и жрал. Я на следующий день, потом когда на работах, мне так плохо было. Во-первых, я еле уснуть смог с воскресенья на понедельник.
Мне просто очень-очень плохо было. Потом я еще среди ночи проснулся в холодном поту. С утра я даже есть ничего не мог. Вот где-то только до обеда, там, ближе к ужину, я смог нормально поесть. Вот это просто так плохо было. Мы столько там всякого мяса набрали, блин. И птицы, и мясо, и просто какой-то кошмар. Я потом всю неделю еще этот шашлык жрал. То есть вот только-только недавно отошел. Это жесть какая-то была. Лото как-то изменился. Может, новая шляпа? Hey, Lotto. Привет, Лото. Зови меня! Зови меня, Лотти! Так ты реально теперь дамочка? Кто с тобой такое сотворил? So you're really a lady now? Why? А что? Что? Что здесь такого? А я сказал, что это плохо? Наоборот, поздравляю, это смелый шаг. Честно говоря, мне всегда казалось, что где-то внутри тебя кроется чудесная женщина. Думаешь, я толстый? Что? Нет. Ну, извини, я так сомневаюсь в себе. Для меня это большой шаг. Незаданное. Не переживай, большие шаги — это твой конек. Было бы здорово. Было бы очень мило с твоей стороны, если бы ты помог мне дружеским советом. Это я запросто. Как думаешь, в моем новом образе есть что-нибудь, что можно улучшить? Давай подумаем. У тебя нет бюста? Руфус, куда ты смотришь? Как неприлично! Возможно. На что бы ты обратил внимание, Лот, а? Положи руку на сердце и признайся, что оно наполовину гнилой редьки ближе, чем нужно. А ты прав. Возможно, стоит вытащить косточки из моего мужественного корсета для мужчин. Этот символ патриархата слишком долго меня подавлял. Вот, будь другом. Убери эту грязь глаз моих! Оу. Что-нибудь еще? У тебя ноги волосатые. Карин, thank you for the water. В следующий раз устроим стритфишинг. Ну-ка, есть такое итальянское слово «стронза». Обычно используется его в качестве комплимента настоящим мужикам. Так и говорю, бро, таких как ты, итальянцы называют «стронза». На меня смотрят с уважением, но не догадываются, что «стронза» по смыслу просто соответствует русскому слову. Бывает, да. Походу, им понравилось. У тебя ноги волосатые. Батюшки Светы! Ты прав. Хорошо, что я еще не успела выбросить эпилятор. Черт, как больно. Молодец, держись. Чтоб вас всех, я подыхаю. Я с тобой, дружище. Что? Ой. Я хотел сказать... Пощипывает. Вот плакса. Что-нибудь еще? Ноги все равно волосатые. Я в курсе. Просто это... Сложная задача. Нужно что-то получше. Надо было мне оставить свой... Космический лазер! Лот ударил волосы лазером? Он увлекался велоспортом, помнишь? Ноги все равно волосатые. У тебя слишком низкий голос. Your voice is too masculine. Whose voice is too masculine? У кого это низкий голос? Я сказал низкий? Нет, я имел в виду чувственный. Так-то лучше. Тебе нужно создать новый образ. What you need is a complete makeover. We could go shopping. Можем сходить по магазинам. Ты будешь примерять разные тряпки под заводную музыку, а я встану напротив примерочной и буду строить гримасы. Опа. Вот так. Или так. Или так. А потом мы зайдем в салон красоты и... Хорошо, что... Стоп. Жаль сдерживать твой энтузиазм. Но то, что я теперь женщина, вовсе не означает, что мы окунемся с головой в медийные стереотипы.
Because I'm a lady. No. Одной трансформации на сегодня достаточно. Ну вот. Мне-то нравится такой, какая ты есть. I think you're fine the way you are. Ты очаровашка. Итак, взгляну на тебя еще разок, а? Может быть, придумаю, что еще получится? Можно улучшить. Ну что, говори прямо. Нет, ладно. I think нормально. You're fine. Oh. Можно наложить твой депилятор? You lend me your razor? Not while нельзя, пока я выгляжу как... Трешланский лесоруб! Хотя, наверное, от бензопилы будет больше толку. Это рухлость окончательно затопилась! Кто с тобой такое сотворил? Who did this to you? What do you mean, who в каком смысле сотворил? Я чувствую completely себя освобожденной! It's as if I've been trapped. Словно я долгие годы была заперта в уродливом ледяном коконе, а теперь, наконец-то, растаяла и переродилась в образе прекрасного синего кита. Мотылька! Мотылька, да. Ты читаешь мои мысли. Бабочки же не мотылек, а? Но мотылек это же Мотман. Мост. Баттерфляй это бабочка. Ну ладно, бывай, старина. Later, Gator. Oh, то есть, конечно же, мое почтение, мадемуазель. Чао, какао. Лотто looks different. Вот как ты меня сможешь, новая шляпа. Да, походу, фистахи ему нормально так кто не отшибло, а? Опа, дротик. Чемпион по дартс вроде меня может играть и с дешевым несбалансированным дротиком. Просто попадать в цель сложнее, да. Забрать. Хоба. Мишень. Утка. Никогда не надоедает. Инвертор. А, инвертор топ. Иногда я сомневаюсь, стоит ли брать ее с собой на Элизиум. Изысканными манерами она не блещет. Hi there, Snuggle Bunny. Привет, зайка обнимайка. Что мы решили насчет зайки обнимайки? Что она змея с аллергическим темпераментом и аппетитной попкой? Я намекала на мою просьбу не давать мне прозвищ, но... Хороший ответ. Ты не в курсе, что стряслось с Лотто? Скажем так, он зашел слишком далеко. Если ты говоришь, что такие вещи плохо кончаются, но ты все равно оставляешь выносить мусор. Я в фигуральном смысле. Что? Так это ты? За что? Он наговорил гадостей. В духе гадкий утенок или твоя мамаша? Я начинаю думать, что наказала не того. Шар готов к отлету. Неужели получилось? Еще бы. Что за вопрос? Ничего не взорвалось? Пока нет. И не сгорело? Нет. И не сломалось? Ну, два из трех. Лучше, чем я ожидала. Насчет твоих хрустальных бокалов. Ах да, нужно их тоже упаковать. Нифига, как она язычком сделала. Эй, стой. Ты принес пузырчатую бумагу? Ну, да, только... Кстати, обратно. Только что. Нельзя оставить бокалы здесь? Нам обязательно снова начинать этот разговор? Я от многого отказываюсь. И все ради стремительно ускользающей возможности попасть на Элизиум с тобой вопреки всем трудностям. Мое единственное условие. Мы должны взять с собой бабушкины бокалы. Я только хочу сказать, что это долгое путешествие. Я не говорю, что с ними что-то случится. Ты сказал, что это безопасно. Так и есть. Но небольшой риск всегда есть. Уверен, на Элизиуме можно найти отличные бокалы. Либо мы берем бокалы, либо я остаюсь. Я разберусь с бокалами. Руфус, мы это уже обсуждали. Эта задача тебе не по силам. What do you mean? В каком смысле? You'll break them. Ты их разобьешь. Что за чушь? Пусть даже так, я знаю, как это исправить. Ты всегда хочешь невозможного. Но если хоть пальцем тронешь мои бокалы, это будет конец. Понятно? Бокалы разбились. The glasses broke.
Я знаю, что это шутка. И ты понимаешь, что наши отношения зависят от этих бокалов. Как и твоя способность пить без соломинки. Да, точно, конечно, это шутка. Забавная, смешная. Это не смешно. Абсолютно не смешная шутка, да. Я совсем забыл, что хотел освободить место для бокалов. Ты пока присядь, отдохни, а я обо всем позабочусь, хорошо? Только поторопись. Привет, зайка-обнимайка. Ты не представляешь, что сегодня было. О, нет. Что ты опять натворил? Ничего. А что? Никаких пожаров, взрывов? Нет. Никто не ранен, не обгорел. Кстати, животные тоже считаются. Ничего такого. Что ж, тогда ты прав. Я не представляю. Послушай, какой мне приснился сон. Это не может подождать до отлета. Может быть. Но он такой классный. Мы расстались. Да, мне тоже это часто снится. Что? Пройдет хоть неделю без пожара на кухне. Но все было не совсем так. Почему-то я все равно жил у тебя. А, выходит, это был кошмар. Я познакомился с Элизианкой. Настоящая фея с орбиты. Решил меня там сидеть за то, что мне снится ковбой Додо? А тебе правда снится ковбой Додо? Всем женщинам снится ковбой Додо. Кажется, он тоже был в моем сне. Есть о чем беспокоиться? Это был не такой сон. Совсем наоборот, знаешь, как я мурыло начистил? А? Аргононцы планировали взорвать Японию. Но я им показал, где у вомбата титьки. Возможно, так проявляется подавленная ненависть к самому себе. Я имею в виду, что из-за тебя в итоге всегда все взрывается. Ненависть к себе? Что за чушь? Я просто супер. Хотя, немного странно, что в моем сне все аргононцы были моими клонами. Ваша честь, больше вопросов не имею. Но я почти добрался до Элизиума. Но потом твоя человеческая любовь мешалась делу. Ты всегда так говоришь, когда твои планы срываются. Но на этот раз все было именно так. То есть в твоем сне. Ах да, извини. Все было так реалистично. В общем, если в следующий раз запутаешься, помни. Если твой план кажется реалистичным, скорее всего, это всего лишь сон. Ну, спасибо. В конце концов, я пожертвовал жизнью, чтобы спасти Японию. Это должен был быть именно ты? А почему нет? Тебе напомнишь, что я пожертвовал свою систему для медицинских исследований? Это не считается. Медикам она нужна только, чтобы понять, как ты смог засунуть туда спагетти. Потом ты на это пошел не из-за доброты душевной, а ради подписки на еженедельной хирургии. Я выписываю только ради статей, честное слово. А в самом конце я был стариком, и повсюду лежал снег. Ты рассказал, что пожертвовал собой. Точно. Что-то здесь не сходится. Наверное, я выжил. Но какой ценой? Все было так безнадежно разрушено, что в итоге я взорвал Японию. Наверное, это был самый долгий и жуткий кошмар за всю историю. Ну, не знаю. Мы с тобой уже давно вместе, не так ли? Эх, ты никогда не понимала моих снов. Чем больше ты рассказываешь, тем больше я горжусь этим фактом. Хватит трёпа, идём. Enough talk. Let's go. Why not? Да, почему бы и нет? Что? Без щенящих комментариев? Уверен, что без ядовитых подколов? Не сегодня. Я здесь уже осточертела. Скорее бы убраться подальше. Блин, как она классно язычком это делает, а? Ну же, малыш, мне еще надо упаковать бокалы и попрощаться с папой. А, бокалы. Что? Ну, понимаешь, бокалы... Да, я хотел освободить для них место. Да, поторопись. Так, мне нужен инвентарь. Так, ну-ка. А, дроссельный ограничитель еще здесь. Нифига. Главный кефалон в мире акромеханичных запчастей.
клуба. Эй, руки прочь. Это призовой фонд соревнования по дартс. Соревнование по дротикам? Вот здорово. Я хочу участвовать. Пожалуйста, осторожно. Когда ты играл в прошлый раз, я потерял двух постоянных клиентов. В том сне я постоянно возился с этими штуками. Но там мне пришлось самому собрать такое устройство. Очевидно, я уже отклоняюсь от сценария судьбы. Вот сейчас подходящий момент для какого-нибудь дам-дам-дам. Эй, руки прочь. Кто, да? Ну ладно. Знак с коровой. Сидр — единственный напиток на этой планете. Ничего нового придумать не могут. Лучше оставлю все на месте. Не могу представить ни единой ситуации, в которой мне бы мог понадобиться этот хлам. Соломинка. Оглядываясь назад, пожалуй, всю эту историю с Лотто можно было предугадать. Ну да, кстати. Хм, наверное. Нельзя сказать, что он наполовину пуст или наполовину полон. Он просто пуст. Наверное, есть те, кто вечно просит долива. О, боже, вот его борода. Как можно выбросить вполне пригодную бороду? В отличном состоянии. Боюсь спросить, а где его фистахи, а? Эй, Руфус! Привет, Руфус! Привет, Лоза! Тебя как обычно? Как раз наоборот. Я хочу чего-то другого. Чего-то нового. Чего-то волнующего. Ну тогда тебе не повезло. У меня только обычно. Сидор! Ты зачем спрашиваешь? Ну, обычно люди всегда заказывают то, что уже знают. Это что, обычные люди? Но я не из таких. Только не я. Слышишь? Только не я! Эй, Руфус! Эй, Лонзо! Привет, Лонзо! Что нового? Ничего, все то же самое. Спасибо, я пас. Лонзо. Фигня Лонзо, мне будет его не хватать. Честно, можно ли всех брать в кредит? Все брать в кредит на Элизиуме. Так, мишень. Мне не нужны никакие хитрости, чтобы мошенничать дартс. И... Опа! Вау! Ого! В яблочко! Ты побеждаешь в чемпионате по дротикам! Вот, возьми, это главный приз! Приз? Ух ты! А что это? Инвертор тока! Зашибись! А еще раз? Утка! Никогда не надоедает! Эй, руки прочь! Это призовой фонд соревнования по дартс. Ну, я хочу. Я хочу. Наверное, надо будет в прошлое вернуться опять-таки и опять прийти сюда и сыграть в дартс, я думаю. Вероятнее всего. Эх, бедняга Лотти. Карта подрыва. Все кажется странно знакомым. Да. Все действительно кажется странно знакомым. Что ж, пошли к хрономику, или как он там. Хрономикл. Хрономайкл. А, Макроникл, да. Привет, Мак. Тебе найдется минутка? Ты не мог бы перефразировать вопрос, учитывая нашу ситуацию? Будем считать, что есть. А почему мы помним все, что было после поворота ручки, а остальные нет? Да, на одну минутку. Знаешь, это поразительно важный вопрос. Итак, я изобрел для этой цели крайне сложный головной убор. Но ты... Твоя шапочка из фольги защищает память? Все несколько сложнее. Для безмозглого тупица может быть. Для меня все ясно. Доктору Гизмо пришлось вживить мне металлическую пластину, когда-то кто-то сорвал мой план с катапультой. Возможно, дело в этом. Но экранирование работает только если шапочка отделена соломинкой. Отделена соломинкой. Доктор Гизмо вживил тебе соломинку? Соломинку? Главное, что все работает, правда? Напомню, как работает система с воспоминаниями? У меня шапочка из фольги, отделанная соломинкой. А как ты делаешь это? Не понимаю.
Неисповедимы пути Руфусовы. Так, повернем время спять еще раз. Да, я готов. Я готов. Неважно, могу сделать это снова. Главное, чтобы стаканы остались невредимыми. Да, но, возможно, при небольшой подготовке мы оба... Слишком поздно. Опять в прошлое. Нино, Нино, let me through! I'm a prophet! Here we go again. Ну вот, все сначала. Руфус? Are you there? Ты там? Where else? А где же еще? Shall we have another go? Попробуем еще раз. I can hardly wait. Прям не терпится. Come on. Марш. Come on. Stop. Стоп. You sure? Ты уверен? I don't think I'm positioned. Думаю, что я в нужной точке. Is there not a bit more room? Больше места нет? Still lots of room. Места предостаточно. Ты-то возьмёшься с места. Да зачем ты кричишь? Стоп. Stop. Стоп. You sure? Ты уверен? I don't think I'm не думаю, что я в нужной точке. Still you hard then. Come on. Come on. Yeah, come on. Come давай on. Еще раз. Yeah, давай, that's давай. It. That's да, it. Да, that's да. Come on. Come on. Давай, come давай. On. Ha! Ha! Не отвлекайся hey, больше, Руфус. Show yourself, you pigeon-hearted. Эй, покажите трусливый слонопотам. Hello? Эй. Ну, Руфус, ну нет. Руфус. I can't believe нет, this is этого не может быть. И опять предметы все. Ах ты ж, зараза. Ну ладно. Все-таки надо опять их выигрывать, да. Well, don't ask. Ну и не спрашивай. Сначала нужно придумать, как избавиться от мерзкого розового слона. До того, как мы пытаемся снова. Hey, Mac, do you have a minute? I'll take that as a... Ладно, увидимся рано или поздно. Возможно, и то, и другое. Так, ладно, погнали опять все собирать. Блин, я не думал, что у меня сразу все предметы исчезнут. Ну, хотя это логично. И снова привет. Почему это снова? Мы сегодня уже виделись? С классической точки зрения нет, а с точки зрения мультивселенной еще как. Слушай, если хочешь, чтобы у меня башка разболелась, ты опоздал. Спотыкач доктора Риголетто уже сделал свое дело. Спасибо за очку, Никит. Что, фильм уже досмотрели? Так, я высекал помощь, но это все было. Stay vertical. Draw me a sketch. Yep. Пошли обратно в кувак. He's coming! Everyone in position! Все по местам! Then, just as we practiced. Понятно, это все было, да. May Tetanus be with us! Да прибудет с нами Тетанус. Он сейчас как ниндзя побежит, смотрите, оп! Оп! Все было. Can I borrow your... No, I only loan it. I have... Ha! Much... You need much... And bees for the... Блин, ну все заново, да, будет теперь повторяться? Да, не виделись. Не говори за себя. Well then. Да, ничего нового не говорят. Может как-то ёршик забрать? Только как его забрать? Так, ладно, подумаем. Эй, Руфус! Подожди! Не сейчас, Вензель. У меня есть дела поважнее, чем здесь слушать твои вяканье. Все равно ты фонарик. Ты фонарик из тыквы. Блин. Какая жесть, а? Какая все-таки жесть. Вот не устану это смотреть. Привет, Лота. Зови меня, Лота. Так ты реально теперь дамочка? Why? What? Did I say there was any... What? Было, I just don't... Hey, sure? Бюстон, это... Блин, ну ладно. That could be, Бюстон. В общем, квота за этот год вдвойне закрыта. Второй раз пересмотрел, получается. Не, одного пока раз достаточно. Ноги волосатые. Ил.
Good. I walked your legs. Lies. I. Oh. Could you? Not. Да диполяда. Right. Ну, oh. Turtle. Опять все по новой, все по новой. Хова. And. Нет. Wow, that's one hit. Давай, Трис. Hi there. Enough to. I've just about had. Так, это тоже было. Блин, ради этой анимации можно повторить и повторить этот диалог. What? I told just. Так, значит, соломка, стакан. Ну, это для льда стакан, я так понял. А с бородой пока не знаю. Повторяю в тысячный раз, Руфус. Нельзя оплатить счет какой-то рухлядью. Что? В каком смысле оплатить? Напиши все на мой счет. Как его взять, родственный ограничитель, а? Эй, руки прочь. Призовой фонд соревнования по дартс. Так я выиграл. Не нужны никакие хитрости, да. Я ж выиграл. Давай еще одну. Так. Что это за хлам? То есть, эта дрянь оскорбляет мою женскую чувствительность. Тогда при рождении ты ошибся не только с полом, но и с планетой. Какого? Ты что забрал? Мою бороду! А, так это твоя борода? Я тут думал, это дохлый трибл. Щелк-щелк-щелк. А, что они делают? Stop it! Хватит! I mean... То есть... Перестань. Что ему еще дать? Ничего, How about да? A little drink? Может, выпьем по маленькой? Ипас! Сегодня меня туда и... Бешеные кони не затащат. Понимаю. Неужели? Тебе тоже совершенно нечего надеть. How about a little drink? Может, нет, понятно, да. That all seen. Так, что мы можем придумать? It's true what they say. Верно говорят. Если жизнь подбрасывает тебе картошку, ты получаешь картошку. It's true what when you have... I always used to make potato. Когда ты любил делать из картофеля астронавтов, наверное, навыки еще остались. Yes, that would be fun. Да, было бы весело. Так что борода слишком велика для картофелины. Кстати, вспомнился отличный анекдот в тему. Вот только он и сам бородатый. That's right. Точно, в бороде остались крошки. Нет, это перхоть. Господи Иисусе. Косточка отливчика. Понятно. Here, for once, my technical expertise is not required, but rather willpower, imagination, and blind, unwavering faith in the laws of interactive взаимодействий. Прибор для резки картофеля. Что можно еще разрезать? This machine fulfills one purpose. It has potatoes. Not everyone can be an all-rounder. Всем удается быть в каждой бочке затычкой, как мне. Ну ладно. Дозатор меда. Или не хватает крана, или нас пугают эскимосно, да, это было. Ладно, пошли дальше. Нет, ускоренные курсы барбекю за гранью. Жаль, что они прогорели. Так, я пока фоном тут вернусь скоро. Давай, хорошо, спасибо, что предупредил, Никит. Как-то взять надо у него эту щеточку. Ёшик. Проклятие. Ладно, я что-нибудь придумаю. Так, ну там мы лед, получается, сейчас можем взять. Стаканчиком. Но это все мелочи. What?
Burnett has закрылся. I wanted emergency. I don't put junk on Burnett's doorstep anymore. In return, he puts sedatives in Tony's mother's food before she comes to visit us. Visitами к нам. Это, наверное, отец Тони получается, Бернард, да? Ничебот. Ну-ка давай, открывай мне свои двери. Так, сюда бокал. Отлично. Кнопка. Ничего. Наверное, сначала нужно найти выключатель. Отделение справа. Отделение для околомеханических деталей. Нет, это только усилитель и все такое. Нет, не подходит. Неверное число соединений. Неверное число соединений. Ага, вот так вот, да. Давай сюда. Может подойти. Ну, каким концом? А, наверняка. Это не важно. Режим прохлаждатора. Устраивайся поудобнее. Наслаждайся прохладой, друг. Ого, с первой попытки. Кажется, у меня началась полоса везения. Так, что тут еще можно? Опа, давай. Отлично! Спасибо, друг. То, что нужно. Все, да? Нужна подходящая емкость. Нет. Эта штука надежно закреплена. Что я не могу ничего да больше. Такое деление получает только околомеханические детали. That's locked in. Only power. Ну ладно. Пока и этого хватит. Чтоб картошку немного охладить, как я понял. Подожди, можно шляпа с соломинкой, если я вот так вот... That's right. There... Нет, блин, да. I just remembered the... Кстати, вспомнил еще but... нет анекдот, да, тоже не так. Хлам. Not necessary. Не обязательно. Он вообще никогда ничего не разбивалось. Ничего ценного, по крайней мере. Точнее, ничего ценного из моих вещей. Может быть, я не совсем понимаю, зачем люди пьют из соломинок, но как они это делают, я знаю. Ну ладно. Значит, какой-то еще предмет нам нужен здесь. Как мне эту соломинку взять, а? Ой, ёршик для бутылок, а не соломинку. Ладно, сначала с картошкой. Опа. Oh, great. They just fell into the grill. Просто провалились. I'll never get the potato cool down like this. Картошку. Ouch! That cursed tuber is still glowing hot. Дурацкий корнепол. Еще слишком горяч. Как его студить, да? It's true what they said. When you... This machine for not. Hey, Wens. Hey, Roof. You fancy around? Не хочу гнилые фрукты. My coat is slowly starting to smell like your ванна с гнилью. Everything on red. But Rufus, if you want to play, all you and then maybe some plasters for the bite wounds. And that's supposed to be a game? Sounds like my relationship. Похоже на мои отношения с Тони, ладно. Эй. Крысошкет, на бороду. Ты хочешь быть крысочелом? Не то, чтобы очень. Зато у меня есть то, что нужно. Что? Что ты делаешь? Так не буду держаться. Верно. План нужно чуть доработать. Я вернусь. Только попробуй прошмыгнуть в канализацию. Так, мне нужно медом, да, наверное, смазать. Потребуется только мои пальцы. Если по-хорошему, шляпа пасечника. Чё, не получается. Вот опять. Either the tap is missing. Or they're warning us against Eskimo. Either way, all I need for... Так, ладно. This machine... Not...
Теперь же больше ничего мы не можем, да, пока сделать. If that's some sort of trick to get you out of doing home repairs, ремонт, let me know if it works. Ты мне скажи, поможет или нет, ладно. I don't need any. Здесь больше ничего this такого sign нет, да? Is the very dregs of useless. I'll be damned if I'll ever use it in one of my plans. Huh? What was that for? Зачем это было? This sign is up. Так. I told you a thousand. You get? Huh? I put it all on. None of my possessions need to be throttled. On the contrary, полный вперед. Так, на все нам что-то еще не хватает. Hey Tony. You want to see what I'm working on at the moment? Сейчас работаю, а? I thought everything was думал, ready. Уже готово. And it is. Так и есть. So what are you working на чем on ты можешь работать? Ну так, ни на чем. Та-да! Так, обратно за льдом идем, если он еще там есть. Иначе опять придется переигрывать. Мы играем не ради денег, а ради музыки. А музыка потом знает? Like так ощущение, что она играет против вас. Что можно предложить? Хлам какой-нибудь. Чё б такого ещё делать плохого-то, а? Так, ладно. Пошли еще со льдом попробуем взять его и обратно в этот пойти, в шар наш. Может, там еще что-то не сделали. Благодарю. Thanks, man. Что нужно, отлично. Так. Надеюсь, его проблемы с задней передачей связаны с размерностью пространства. These cryptic signs have, and for some... С этими знаками ничего не сделать, да. Away with that! Прочь глаз моих! These things have blocked my view of the oxyhydrogen vents long enough! Отвода для гремучего, понятно. Веревка. No. I want to build an elephant нужно trap, построить ловушку not a snare на слонов. For walker pilots. А не силки на пилу. Ага. Why worry about finding a suitable anchor? I'm taking якоря. Tony. Так беру с собой Тони. No, I want to build an elephant trap, not a snare for walker. Силки на пилотов. To Elysia. Не работает все еще. Huh? Так. Ловушка для слонов. А, этого знака здесь нет, кстати говоря. Крепление. Наконец мы снова докатились до поджигания гремучего газа в отводах. Что же разобрано, а любой мастер знает, что со всякой раз следует все. Теперь надо собрать, да. Собрать. Нужен переходник, чтобы присоединить well, сюда. Это, конечно, веская причина. Понятно, ладно. Переходника у меня никакого нет тут. I just remembered the cool. Так, ладно. А снова тут, снова с возвращением. Еще раз спасибо за водичку. Печь. I need some real fire to melt those useless ice cubes. Настоящий огонь. You know, one that burns. Такое, которое жжется. I have enough tinder. Мне достаточно горючего материала, не хватает только пламени. Может быть, фейерверка для эффективности. Ладно. Огонь потом. Так.
I'd need some re- you know, one that burns. Нужен огонь, короче, ладно. И водичка подоспела. Да, все как надо, прям. Идеально. Why worry about finding... Чего ты себя поисками? Да. А куда его запендюрить-то еще, а? No, I want to build an elevator, not a... Macronicle is obviously a tinkerer. And tinkerers don't play with it. Непонятно, да, это было. There's already enough junk in that. Уже так полно мусора. There's already enough. There's already. There's already. There's already. There's already. Ох, да. Да. Just because I didn't want Tony's glasses to get broken doesn't mean I've turned into a sissy. Нифига, Даргинго, там что за смайлики? Это время, ну, короче говоря, давали смайлики. Если на каком-нибудь канале сидел, там кто-нибудь подписывался, смайлики просто так раздавали какие-то такие, знаешь, которые Twitch сам придумал. Косточка отливчика. Хлам, все это не то. Начались небольшие затупы. Хрономобиль. Do we want to turn back time? Мне время спать еще раз. I don't know. Даже не знаю. Нет, не хочу. Right. Подождем. I hope his problems with reverse gear are limited to spatial dimensions. Надеюсь, его проблемы с задней передачей связаны с разменностью, понятно. К шару. There's already enough. Так, там полно хлама. Пощелкаем. Stop that. Перестань. Hey, what are you doing? Ты что творишь? Nothing. Да так, I just ничего. Wanted to, я только хотел тебя немного завести. He can get his own junk, он может сам добыть себе мусор, что объединительно наказывает своим нарядом. За зиму Гоша налутал их. А, зимой же у меня была волна этих подписок. Да, там Бёрн и Зедлер дарили всем подписки. Слушайте, Пейдж там еще. Ромка. Да, было дело такое зимой. I can't just pop him over не могу же я просто огреть его по голове, а? Он мне нужен, чтобы вернуть бокалы Тони. One more lecture like that, еще одна такая лекция, его ждет обстрел плевками. True. Верно. Что-то в действительности на лице, ему лучше, да. True. He should ему лучше как следует подумать. Are you more of a glass half full? Из тех, кто для кого стакан наполовину полон, или из тех, у кого стакан наполовину пуст? Думаю, я из тех, для кого стакан объединяет состояние и различает лишь своей квантовой ориентацией. Hey, just о, like me. Совсем как я. Наверное. What? I don't put junk on burners. Не хочет мусор, мне кажется, так. I don't put in... Не хочет открывать так тоже, in... да? I don't in... I don't in. Ладно, понятно. Не хочет, так не хочет. Пу-пу-пу-пу-пу. Если что, я помню, что делать, но это пока. Потом не помнишь, да? Maybe you should drink some water. Что это тебе время от времени пить воду? В моем последнем стакане был кубик льда. Одобряешь? Yeah, sure. Конечно. Думаю, ли считается. Don't do that! Прекрати! Помню, Гоша в чате у Маши бицы накидал и думал, что один из смайликов не должен был... Да. Было такое дело. Он кому-то рандомно прилетел, но не Никите в итоге. Никогда не станет посмотреть. Для этого нужны мозги, хватка и умение правильно распоряжаться своими возможностями. What have you got there? Что у тебя some там? Object, некий предмет, который я непредсказуемо достаю из плаща, чтобы вызвать забавную реакцию. Отпад. А можешь в следующий раз наколдовать аспирин? Нет, это будет предсказуемо и уныло. What have you got there? Что у тебя там? Я слышал, если пить алкоголь через соломинку, пьянеешь быстрее. Бабки свои расскажи, я типа... Тонкий ценитель. You should shave. Тебе стоит побриться, выглядишь как после трехдневного загула. Всего лишь тридневного. Похоже, тот крем для лица правда помогает. Ладно.
Я, кажется, знаю, что делать. Подождите, а если мы... А вот так просто. Оп, как можно выбросить вполне пригодную бороду? Нельзя, да? В отличном состоянии. Себя у меня не напендюрит, да? Кстати, помню отличный анекдот на эту тему, понятно. Не смотри. Иначе я с несколькими днями работать не смогу. What's that meant to be? Это что такое? Доказательство того, что я охотник на крупную дичь? In your dreams? Может быть, в твоем сне. В последнее время мои сны довольно точны. What's that meant? Something. Well. Oh, sick. Maybe. What's going? We have a. Then. Our root. Oh, I've already still. Hey. Come on. Root. Oh, I've already still. Hey. Понятно. Мне как-то ёршик надо для бутылок забрать, да? Может, не совсем понимаю, зачем люди пьют селен, понятно. Damn. Нет, ладно, так это не сработает. Где я не доигрываю? Yes, that would be fun. It's when life gives you up a... I always... It's true when you... It's true when you... It's true when you... I could just pig Нет. out on looking at potatoes all day. День напролет. Except that I can't. А пожирать вот только не могу. Пожирать картошку день напролет. Так. Если туда запихнуть лед, не? This machine for... Not... Нет, ладно. Either the tap is missing, or they're warning us against... Either way. All I need for the ant. Huh. The last bees and either way, I think I should just keep my hand. Come on, rat boy. Так. Он с ним больше не хочет разговаривать, да? Hey, Wenzel. Hey, Wenzel. Да. Well then, do you have some? Me? Не me? Нашел. Yes, exactly. Есть, what да, about он, peace? Да. Huh? Because. Why? Because it said. Why can't be? Said the. I have my. Мне нужно как-то приклеить ему бороду. Well then, do you have? Oh yeah. Соответственно, нужно взять мед оттуда каким-то образом, блин. Ow! Ah, get out of here! Damn, that won't work! Yes. Каким образом, same again? А? All I need for that, and... Шляпа пасечника, у меня ее нет. All I need... All I need... All I need... Нет, это все All I need... Да, ладно. Так, там он сразу же из локации выходит. Значит, теперь он с ними не разговаривает. This reminds me of my borderline. Ура, я понял, что надо делать. Я гений. Опа. Какой я гений? Профессор Руфус представляет чудо теплообмена. Sweet. Красота. Оба. This machine fulfills машина только одно назначение, сплавинивать картошку. Но я и хочу это сделать с каждой бочки затычкой. This machine not... Either вот the мёд, да. Either way. Запечённая картошка. И что он сделал? Ха! Запечённая картофель на алюминиевая фольга. I don't need to pack that up for later. Now потом, or да. never. Сейчас That's никогда. My motto. Вот мой девиз. It's the latest thing. Последний писк моды. Шапочка из фольги. Картофель. Так. Оба. Половинка картофеля.
I just remember the отлично. Нет, да? Так это не работает. I always used to make potato. Когда-то я любил делать картофель астронавта. Наверное, навыки еще остались. Наушники теперь делают. Я сказал картофель астронавта. Я имел в виду защитные наушники. Так, защитные наушники. Знаю, что ты такое дело получишь, я тут. I just remember. Гош, да. The poor rat boy бедный косошки отлишил всех удовольствий, доступных другим детям. Это неправда. He had у него есть только тряпка на хребте. That's a это плащик из дезинтегропы. У меня есть предложение. Какое у тебя есть предложение? Everything on red. Все на красное, но Руфус, для этой игры нужен только противник. Может быть еще пластырь для укусов. Да, с игрой, понятно, как отношения с Тони. И руки и сердце, да, как сможешь сходить в It Takes Two завтра? Ну, в целом можно, в целом можно. Что-то я, правда, игр сразу же начал много новых, но думаю, да. Не особо же долго, я там на 3 стрима где-то выйду, на 3, на 4. Можно будет, да. This reminds me of my borderline barbecue. Так. Никому это еще предложить можно. Лотти? What's with the junk? А, нет, 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 нет. Нет, я знаю, кому предложить. Все, погнали. Зуну, Зуку или как его там, блин. Короче, дело. Зуну. Are those by any chance ear protectors? Защитные наушники. На. Вау! Ого! Спасибо! Ты не представляешь, сколько крови эти идиоты мне попортили своим постоянным бренчанием. Давайте, сыграйте, Руди обломался. Руди! 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 Вы слышали, парня? Фанаты просят Руди. И раз, и два. Раз, два, три, и что-то там после трех. Хопа. Totally off in their own little world. Погружены в свой маленький мирок. К сожалению, музыку они оставили здесь. Hello? Привет. Totally off in their own погружены в свой маленький мирок. Unfortunately. Да. Hello, Zune. Привет, Зун. Howdy, Rufus. Здорово, Руфус. Знаешь, как поймать слона? Of course. Конечно. Why do you think I've got an elephant зачем это был слоновое ружье? I thought it was to show off. Для показухи, but elephant hunting, it goes back to the days when Hannigal and I thought they were only looking for filling the tusks, which probably didn't make the meeting of their well then. Yeah, whatever. На случай развода, ну близко, да. Ну если что, 35 ГБ. Сейчас я после этого посмотрю по системе. А вроде у меня еще было столько. Fingers off. Руки прочь. Понятно. Oh, come on. Так. Ёршик для бутылок. That's way too cool for this shabby для этой мелкой западной девушки, понятно. Wanted to say shabby glass. Задрипанного стакана. Так, ему, наверное, нужно шапочку, да? Из фольги. Угу. What's that? Что это? A tinfoil hat. Алюминиевая шапка. Она поможет тебе вспомнить все. Тогда оставь себе. Я пью, чтобы забыть. I don't want you to remember. Я хочу, чтобы ты вспоминал прошлое. Just только будущее. Sounds like похоже, план меняется. Поскольку у меня нет никакого будущего, хуже уже не будет. Отличный настрой. Но если тебе все равно, я надену свое. Sure, of course. Конечно, я бы тоже. Too, I... Погоди минуту, что? What? You had a tinfoil hat. Все это время у тебя была алюминиевая шапка? Должно быть, это озарение свыше. So люблю обдирать фольгу с бутылок от сидра. Did, however, кстати, я еще сделал подкладку из соломы, чтобы... I get it. Я понял. You had a tinfoil у тебя hat. Была алюминиевая шапка? Столько стараний впустую, а? Вот умора-то. Смотри, я вытираю слезы от смеха в глубоких морщинах моих глаз. Мы можем продолжить? Запросто. А что продолжим? Не стану утомлять тебя деталями. Просто запомни одну вещь. Если история повторяется, попробуй как-нибудь остановить розового слона. Ладно, почему нет? Это самое меньшее, на что я способен. I think so too. Я тоже так думаю.
Do you remember your mission? Ты помнишь свое задание? Я торможу слона, когда время снова повторится. And woe betide you if you forget. Я говорю тебе, да, не забывай об этом. Нам еще сходить в Overcooked 2, когда у тебя я пробовал одного. Это сложно, да. Мы отыграли в первую часть еще. Так. А что еще? Ёршик для бутылок. А дальше я прям не знаю, что еще делать. Пошли опять наберем себе льда. Но... Да. Но что-то я, блин, не врубаюсь, что еще можно сделать. I don't put junk on in... Не хочет, да? This bottle can brush itself. Может сама себя почистить. Точно не помешает. А бутылок-то я никаких не видел. Чем мы еще можем почистить, а? This bottle can brush itself. Тут может сама себя почистить. I just remember. But нет, да. That doesn't exist here, but rather willpower and blind, unwavering faith in the law. Понятно. Not necessary. Nothing at least. Well, nothing. Hey, what can I say? Ну, что My things сказать, are just too cool. Я слишком холоднокровен, чтобы растопить лед. Попробовать в мед ее реально окунуть. Ну и с другой стороны у нас остальные части. Да, остальные части We Were Here. Journey to the Savage Planet. Да, да. У нас, в принципе, еще много чего есть. Either the either... Нет. All I need for then. This reminds me of my borderline. Нет, курсы, понятно, нет, да. Ну, допустим, опять меня есть с водой. If I wanted to get my things wet, I wouldn't carry them in my coat. Не прятал бы их в плаще. If I wanted. Не хочет, да. Стакан с водой. I just. If I wanted to get my. Так, что дальше? Не хочет так бороду, да? Надо что-то проклятие, это, скорее всего, будет мед. The plans. I'll be right. And don't you go sneaking off. Может, просто бутылку с водой ему предложить, а? Лочится. How about a little drink? Может, мы то... Нет, я пас, да. Ну-ка, а если вот это... No. Bottle washing. Мытье бутылок — это дело мужское. Hey, Lotta. Call me! Could you look not while I still look like that? Although I would probably have more success with a chainsaw. Let me maybe peek. Your leg. It's just. I need something. I think. Oh. Right. Oh. Turtle. That old sea. I'll deal with this puzzle. Что-то загадка позже. В смысле позже? Hello. Может, сейчас можешь разобраться? Нет? Нет. Ну, ладно. Можно... В общем, если тесту. Да-да, это я так и понял. Что они сами по себе не особо такие увесистые. None of my possessions need to be on the Понятно. Can I borrow that for a short while? A while as like my juicer or a while as соковыжималку, или скорее как урну с прахом моей бабушки, а? What do you mean? I haven't returned either one of those. Я еще не возвращал. Yes, but you've only had the juicer. Соковыжималку у тебя всего два года. Well, who says that I still have? А кто сказал, что еще нет? Не даст, да? I've told you a thousand times. Huh? I put. Ну пожалуйста. I've told you. I put it all. Ну, I've told you. I've told you. I put. Do you need a bottle brush? Мне нужен ёршик для бутылок. Что такое ёршик для бутылок? Узнаю старину Лонзо. Hey Tony, you want to see what I'm working on? I got Hey, those are the darts championship winnings. По дартс. This sign is the very album. Huh?
Так, ну чё, идти, блин, слона пытаться поймать. Опа, 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 опа. В смысле, там вопрос стоит, чё он его не хочет брать? Чё за беспредел? Смотрите, там вопросик вон. Опа. Что? Что? Ядрён батон. Сейчас какой-то трофей ему издадут, да? Что? Что это было? Вам не показалось странным, а? Какого хрена? Пипец. Ладно. Эй. Ой, так. I don't need it. Забавно, в We're Here To и We're Here Together есть локализация... А, даже голоса точно на русский переведены, да? А, подожди, да, в первой части же вообще локализации не было, мы же все там с английским языком все переводили, точно-точно. Может, все загадки еще на русский перевести, блин. Все, я вспомнил. Everything on red. But все на красное. Everything on... But if... Sounds... Чем еще можно предложить, а? Ладно, мы скажем, что как только слон побежит, да? Может быть, он сейчас побежит? Может, надо опять все заново провернуть? Ну, блин, если что, потом опять все это повторять. Так, блин, неохота. Хотя, ладно, мы ему шапочку туда дали. Так что, по идее, все должно сработать, наверное. Но это не точно. Насчет голосов, ну, я понял. Главное, что там хотя бы текст перевели, да. Я забыл просто, что там и текст не был переведен. Пейками было. Only power inver. What we need? Нужна подходящая емкость. Нет, no, спасибо, мне хватит. Already full. Все занято. Already. Only paramechanic power inver. Ладно. Там посмотрим, но что-то я сомневаюсь, мы что-то еще здесь можем сделать. Знак мы отсоединили. Why worry about fun? I'm taking. No, нет, I'm да? not a. No, I'm not a snare for Walker. Пу, ну попытка, наверное, не пытка. Сейчас сюда еще раз. I'd need an adapter to mount that. Well, that. Сюда. Но мне кажется, опять все заново придется делать. Мы вернемся опять в прошлое и... Все опять коту под хвост. Подожди, а ты мне что-нибудь скажешь, не? Hey, Mac, do you have given the contact? I'll take... I need... Perhaps you should visit a doctor. No, I'm bad. Do we... Давай, крутим шарманку. Whatever, the main thing... Well, yeah, too late. Так. По идее, он должен будет поймать слона. Хорошо. Ну или что-нибудь от него может оторвать, я не знаю. Нино, Нино, let me through! I'm a prophet! Руф, where? Shall we have it? Come. Еще, come. Еще, еще, еще. Come. Turn now. Поворот. A little more to the right. Немного правее. Чего? Careful, осторожно, миленький вомбат. Back a little. Чуть назад. Dodge the vultures. Береги стервятников. Forward a bit. Немного вперед. And... И... Стоп. Perfect. О, идеально. Are you sure that I can leave it here? Ты уверен, что можешь стать здесь? На все 100%.
Значит, прямая времени восстановлена. Это значит... Что это? У меня какие-то странные показания. Показания? О чем ты говоришь? Без понятия, я... Руфус! Руфус! Скорее! Он здесь, скорее! Что? Так! Тук? Тук! Это братец Тук! Эй, Мак! Так, Мак. Бежать, быстрее, к Туку! К Туку! Слон в клетке, повторяю, слон в клетке! Бегом, бегом, бегом! Нет. Что случилось? Розовый слон! Он был здесь! Я с ним боролся! Какое-то время казалось, что я побеждаю! Потом он провалился сквозь землю! Если что-то исчезло, то только твоя связь с реальностью. Но ты ведь тоже его видел! Я уже не уверен. Может, это все мое воображение? У твоего воображения мощный левый хук. Знаю. Но хватит об этом. Бокалы в полном порядке. Остальное сейчас не важно. Я заберу Тони, и мы уберемся отсюда. Боюсь, что все выйдет иначе. Ну, это я и надеюсь. Он, наверное, налево побежал, и мои бокалы все порушил, да? Слон был здесь, конечно. Теперь все равно стоит сначала прилечь. Завтра мир покажется лучше и светлее. Вижу, опыта по части выпивки у тебя маловато, да? Скорее всего, сюда побежал. Ну, блин, я не знаю, если он провалился. Ладно, бокалы. Главное, что бокалы целы. Пирамида бокалов. Если Тони боится разбить свои бокалы, чем же он не строить их пирамиду? Так, а может я смогу, не? Not yet. Не сейчас. А я здесь даже пройти теперь не могу, да? Понятно. Хорошо, ладно. Так, Тони. Бегом к Тони, бегом к Тони. Опять. Так, открыл оба пака в осаде, упало два тиби, но один из них золотой тиби касл, а второй Эд Эш. Типа брелка, что ли, получается? Так, сразу же кто не скажем, пусть на свои бокалы идет упаковывать. Hey, Rufus! Rufus, не сейчас, Мензи. Коба. О боже, да. Что-то жесть полнейшая. Так. Что-то нет бюста. Ноги свои побрей. Брелки, понял. Как брелочек, понял. Да. Такие видел. Так, теперь... Стоп, я кое-что видел. Стоп. Стоять. Мне показалось или нет? Во! Отлично. Шляпа 2 из 93. Ветреная шляпа. Ну-ка. От глаз алмаза. Покажите мне ее. Кошмар. Лучше бы не смотрел. Ну, такими же, по-моему, продаются фигурки в плане. Вот это не знаю, честно. Чего не знаю, того не знаю. Интересно, опять здесь вопросик появится, нет? Нет, да, все, один раз появляется и все. Ой, пожалуйста, ну и не надо. Ну и ничего страшного. Так. Нет, стой, сейчас с ней поговорю. Hi there. I have camp. But it was... Никак не понимал, мастер. Хватит. Идем. Да, почему бы и нет? Not, I just, I can... Ура, пошли. Come on, Titch. Ну же, малыш. Мне еще надо упаковать бокалы и прощаться с папой. Precisely. Точно. This time nothing did happen. Этот раз бокал не вправду, ничего не случилось. В каком смысле? На этот раз. Это ерунда. Не бери в голову. Главное, что бокалы в целости и сохранности, правда? Да. Это в твоих интересах. Это точно. Тихо-тихо-тихо, Тони, ты чего? Ё-моё. Весёлая будет поездочка на воздушном шаре, а? Да заткнись ты.
Эй, руки прочь. Призовый фонд. Ну ладно, а второй? Ну давай сыграем. И опять привет, что за мультики? Привет, Гаплой. Это серия... Ух ты, ё! Ой, прости, ты промазал. Что? Не может быть. Я все сделал точно как в прошлый раз. Что ж, не так уж и просто повторить такой отличный результат. Неужели? Это мы еще посмотрим. Что-то пошло не так, а? Надо бы раньше это сделать. Понятно, ладно. Все очень плохо, да? Короче, серия квестов. Довольно-таки забавных. Мама дорогая. Не знаю, я чиби никогда не любил чиби-фигурки. Вообще чиби-формат. Прям не мое. Так, может мне надо с чем-то ее соединить, не? Я получил бы отличную духовая трубка. Я гений. Будь у меня время и возможность работать в тишине, если бы мои кончики пальцев снова стали чувствительными, может быть, не стоило спать в трубе с гремучим газом. Соп, опять он сказал про тишину же, да? Ну-ка, подождите, сейчас. Он же снова сказал про тишину, да? Сейчас мы сделаем общую громкость. Вот так вот, выключить звук. Так, 95-57. Давайте на следующий случай так сделаем. 90, сейчас запишу. 95 50 70 45 100. Так, выключить. А где у меня? А вот. Так, и пусть он попробует сейчас так и вот так вот. Это получилась бы отличная духовая трубка. Ну-ка, сработает? Нет. Будь у меня время, возможность работать. Так в тишине ты работаешь, я хорош. Понятно все, короче, блин. Решили нас развести, блин, на беззвучный режим, и в итоге ничего не сработало, да, да? Ладно, ладно, игра. Я тебе это припомню. Так вот. 95, 50, 70... О, изменил, да? 95, 50, 70... 45 было. Игра решила меня здесь даже обмануть, а? Не просто так записал. Нужно беруши. Да не, не факт. Ему наушники давал уже. Не ему, я этому давал. Зовите мне его, скажите, я вам скажу. А теперь я не смогу. А, блин, ну это. А, боже мой, как все здесь сложно-то, а. Он же трубку делает с дротиком. Дротик, если мы кидаем, то наушники не получим. Точнее, наоборот, если мы дротики кидаем, мы получим наушники, но... Давай, шевелись! Да иду я, иду. Ну, хочешь мне что-то сказать? Вперед на Элизиум? Я имел в виду... Осколки. Осколки? Но... Это приносит удачу? Например, счастье обладание абсолютным состоянием нижней челюстью? Боюсь, придется тебя разочаровать. О, больно, Тони! Ты меня разочаровал, Руфус. Я всегда считал, что ты впустишь свежий воздух на эту помойку. Но я ошиблась. You make the same повторяешь старые ошибки снова and again, и снова and again. И снова. It was entertaining the первые два-три раза это даже забавно. Но четвертому уже надоедает. Удачи тебе в новой попытке попасть на Элизиум. Если я понадоблюсь, то буду у отца. Time, и в самый последний раз буду держать огнетушитель на готове. Тони! Тони! Wait! Постой! Черт, и снова все из-за этого дебильного слона. Where's Tuck anyway? И вообще, где Тук? Он же должен был следить за обстановкой. Ты же вообще никому ничего нельзя доверить. Йо, осталось его блевота. А правда, где Тук? Эй, Тук! Опа! А ну-ка, иди сюда.
И снова они здесь. Осколки разлаженных отношений. Я лишь просил предотвратить это фиаско. Я слишком много хочу, Ковальски. Не понимаю, как это получилось. По-моему, этот слон для нас слишком умен. Чепуха. Еще не выбылся слон, который сможет одурачить старину Руфуса. Hey, Rufus. Not now, Макомбикл. I have other things on my mind. Я занят другими вещами. Небольшие проблемы с девушкой? Бывшей девушкой. Спасибо большое. Ёлки-моталки. Метёлки. Я виноват? Вот именно. Потому что иначе этого бы не случилось. Мамочки. Все это ужасно неправильно. Ничего. У меня новый план, который загладит эту проклятую западню во время. Раз и навсегда. А во времени. А что? Ты что-то задумал? По-моему, мы неправильно подошли к делу. Это место преступления. Здесь должны быть следы, улики. С моим талантом криминалиста и твоими навыками ватсонизма мы раскроем это дело, прежде чем слон успеет сказать Прикольно. Осколки стекла. Ну-ка, давай не будем здесь задерживаться. Слон может все еще быть неподалеку. Очень надеюсь, я ему хоботу злом завяжу, чтобы знал, что бывает, если разозлить Руфуса. Он точно еще здесь. Теперь я абсолютно уверен. То, что ты здесь увидел, путешествует во времени. Значит, он всегда на шаг впереди нас. Или позади. Сложно сказать. Кажется, мне опять плохо. Пей, Тук. Пора на охоту за слоном. Осколки стекла. Гаплоис, с девятым уровнем тебя. Осуждаю насилие у Тони. Светящийся участок. Что там у тебя? Улика. Улика, это еще не доказательство. А это, друг мой, пусть решает желтая пресса. Ему нужно быть внимательнее. Если половине класса придется переписывать контрольную, это поставит под сомнение мои методы обучения. Я нарушил след, а я вижу только осколок. Вот поэтому, дорогой Макникербокер, ты всегда будешь лишь ассистентом. Макникербокер. Никербокер, есть такой сериал про клинику. Может быть, это к нему тоже еще отсылка идет. Пожалуйста, не тебе. Гаплоид. Даргингово так всегда делает. Что там у тебя? Улика. Странно. Здесь осколок светится. Правда? Значит, поблизости находится источник излучения. Погоди. О, приветик. Клочок. Ага. Ага, шкура слона. Насколько мне известно, слоны не меняют шкуру. Да-да, сначала ты не веришь в розовых слонов, а теперь вдруг стал экспертом. По-моему, это самая обычная тряпка. А как же таинственное свечение? Думаю, это тахионовое излучение. Такое бывает, когда материал возвращается назад во времени. Мои измерения показывают его следы на всем данном пути, и разбитый осколок принесет его в видимый спектр. Look, if I wanted a lecture, I'd buy myself a ticket. Куплю билет в университет. There are no tickets. Нет никаких билетов в университет. Только экзамены. Right. And on Junkers Eve, he comes flying over the roof, bringing gifts. По небу доставляет подарки, а? Если такую же чушь ты стираешь своим студентам? Погоди-ка, ты сказал следы? Did I say that? Я так сказал? Конечно. We can use the shard. Мы можем использовать этот осколок, чтобы сделать тахионное излучение видимым. I have an idea. Пошли, у меня идея. Ни хрена себе. Ни хрена себе, сказал я себе. Блин, ну-ка, стоп, нет, здесь больше ничего нет такого, нет. Мало ли, вдруг что-нибудь еще можно найти здесь, не? Вряд ли. Блин, прикольно. Так. Куда нас придут эти следы, а?
здесь их не видно, да? Куда? Нет, ну куда? Да блин, ну нет. Мы же здесь были. А, вон теперь в ту сторону, да? Хорошо. Типа он оттуда побежал к нему сюда, да? Допустим, допустим. Так. Ага. Так. Да не смогу кругами ходить, а? Опа, пятно. Он впендюрился туда, да? Так, 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 так. Так. Ха! Секретный рычаг. Джентльмены, позвольте представить. Секретное... Elephant hideout. Слоновье убежище. Okay, seriously, ладно, Мак, я серьезно. Как ты делаешь это слово? Та-да-дам! Huh? А? Ладно, забудь. Нас ждут более важные открытия. Держитесь за мной. Ого, наверное, это руины заброшенного торгового центра. Ключевое слово заброшенного. Вот именно. Здесь не души. Пойдем. Один момент, видишь вот этот туннель? Существо его использовало, причем совсем недавно. Так, может быть, оно еще там. Ура! Это что такое? Вперед, я пойду здесь. Макроникл, ты иди по второму пути. А как же я? А ты сторожи вход. Что? Один? Мне хотя бы оружие дадут? Какое еще оружие? Ну, любое оружие. Мне сегодня так порядочно досталось. Понятно, ему нужно оружие, блин. Так, фарфоровая кошка. О, какая прелесть, а? А ты ее взять не хочешь? Not yet. Не сейчас. Я найду этого гребаного слона-разрушителя. Пусть даже это последнее, что я сделаю. Hello again, welcome back. Your pog friend is here. Кстати, а я сейчас видел ежа у себя во дворе. Они, правда, не такие милые, как в рекламе. Но все же еще недостаточно, чтобы их не убивать. Да не, ежи классные, кстати. Ежики прям классные. Ну только если не страдают бешенством. Они что же переносчики, блин, инфекции. Фарфоровый Руфус? Hey, how cool is that? Зачем круто, а? Not yet. Не сейчас. I'm gonna find that destructive. If it's the last. Talk about ridiculous. Not I'm if it's. Фарфоровая лось. Убежище слона — это фарфоровая лавка. Talk about your pseudo-poetic nonsense. Просто какой-то псевдопсический бред. Ну да. The bull elephant hideout. Talk about your pseudo poetic. Слон в посудной лавке, да? He seems nervous. Он нервничает, да? Он же не вздумал протрезветь сейчас, когда он так нужен. It's so spooky. Как же жутко, ага, жутко интересно. Даже слишком интересно. Не уходите далеко, ладно. Да на тебе еще. А как мы ему сделаем? Никак не сделаем, да? Hey, I could make. If I had enough time and peace and quiet and finally got the feeling back in my fingertips, maybe I shouldn't have gone to sleep in the middle of an oxyhydrogen vent. Ну блин, не знаю, что теперь сделать тогда. Не хочет он здесь ничего делать. I might not understand why people use a straw. Может быть, я сам понимаю, зачем люди пьют целым, понятно, ладно. The signal is getting weaker. Сигнал слабеет. Нужно торопиться, если мы еще хотим поймать его призрачного слона. Typical. As soon as he gets rash, стоит ему поймать сигнал, как сразу узнать его призрачного слона. Nope, I didn't play Pokemon Go. Ребятки, Карин спрашивает, кто-нибудь еще играет в Pokemon Go? Я люблю ящерок у тебя. Ну, какой смайлик с ящеркой. Да, прикольно, да. Это ящерка вообще-то... Да, кстати, да. А, это место Покчампа. Красный, если еще не пожирают, у тебя цыплят. Ох ты, нихрена себе, блин. Вот это ежик, да. Ежик так ежик. Насекомых едят. Ежи, знаешь, что едят? Они много всего едят. И да, ну вот насчет мелких птиц не знал. А то, что лягушек, например, запросто. Лягушек, ящериц едят вообще просто направо и налево.
не же они такие. Ready, Mac? Yes, готов, Мак? Да, but... только... I am not staying я здесь не останусь, мне нужно оружие для защиты. Ну блин, а как я тебе сейчас оружие? Ready, Mac? Yes, I am not... Мне нужна лицензия. Чтобы была лицензия, надо, чтобы кто-нибудь со мной сыграл. Чтобы сыграл, мне нужно наклеить бороду. Как все запущено-то, а? Рычаг. Хоба. Все. Закрыл их. Слишком много всего здесь. Away with that. Прочь с глаз моих. These things have blocked my view. Для чего сделал, непонятно на самом деле. There's a difference between a trap and a loop of rope just lying on the floor. And I have a whole load of bite marks to remind me. Curse you, Tony's mother. Мама, Тони. I'm gonna find that destructive. If it's the lower the fur, kind of hard to say on a day like today. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Если поймают, ну да. Опять хрономобиль его, да, этот, блин. Я его могу типа завести, да? Not yet. Не сейчас. Я найду грёбаного. Ладно. Значит, все еще можно в этой временной линии сделать, да? Там он открылась дверь. Хижина Бернарда. Бернарда. Он хороший парень. А вот и нет. Ты его любишь только потому, что это твой лучший клиент. Обычно он все берет в кредит. Кстати говоря, а как поживает твой магазин? Динг-донг. Я вам случайно не помешал? Нет, ты мне помешал специально. Kid gloves, Rufus. Нетки, перчатки, Руфус. Никакой не в моем магазине. Don't worry, Bernard. Не переживай, Бернард. Я просто... как же это? Careful. Осторожен? No, the other one. Нет, хотел сказать. Так, ладно. Tony obviously inherited. Очевидно, характером Тони пошла в мать. Надеюсь, остальное у нее от Бернарда. Кроме ушей, зубов и склонности к раннему облысению. Вообще неплохо в игре поучаствовать в третьей игре, скажем так. Может, тебе стоит поговорить с Тони? Не очень хочется, чтобы меня опять обвинили в сговоре с тобой против нее. Да, в таком состоянии она не подарок. Это у нее от матери. What are you two что вы там шепчетесь, а? Nothing, ни о чем, солнышко. Я только сказал Руфусу, что он ведет себя с тобой неправильно. Предатель. Извини. Ты же знаешь, какая она. А вот за лягушек и ящериц я не знал. Но точно цыплят в моем далеком детстве они ели. Будушка ловили, отрубали им лопатой голову, потому что бабушка не хотела, чтобы цыплятки... Офигеть. Пипец, бедные ежики, а? Ох, нахрена. Руфус, Руфус, полегче, ты чё это, блин, а? Покемон Го вообще чисто от нечего делать. Помню, заходил, когда типа в пути зашел посмотреть, есть кого поймать или нет. Правда, быстро надоедает. Есть аналог, только по персоне. Игра называется... DX2. Shimigami Tensei DX2. Там ты также себе эти, получается, персон ловишь, и потом с ними сражаешься постоянно. Ну, я особо в нее не играл, так помню. Тоже один раз включил на работе. У меня появилась, получается, в моем рабочем кабинете это Апартрес, что ли. Девушка, которая, ну, такая, знаешь, типа, синяя ледяная девушка. Начала шутить, типа, помассируй мне ножки. Я такой думал, ну ладно, понятная игра. Спасибо. Больше я в игру не заходил. Тони, obviously, inherited... Замерзи мне словечко, а? Или, может, пригрозишь ей домашним арестом? Прошу, Руфус, не впутывай меня! What are you two? Надо то же самое. Бернет наконец-то получил новую поставку. И почему он мне ничего не сказал? Кран. О, кран! Ага, прекрасно работающий смеситель. Руфус, пожалуйста, прекрати лить горючее в подвал моего магазина фейерверков, а? У меня там хранятся чрезвычайно взрывоопасные вещи, если ты настаиваешь. Сговорчивого меня никто не назовет. Отворачивай его. Руфус, нельзя же так просто скрутить кран от бака с горючим. Конечно можно, смотри. Но теперь оно заливает подвал.
Ну и правда. А мне сначала показалось, что это отличная идея. Но ничего страшного, я все починю. У тебя есть болгарка? Знаешь что? Оставь пока все как есть. Я потом сам разберусь. Бернер наш человек. Да. Широкоэкранная смерть 420 лайк? А как же старая добрая широкоэкранная смерть 400? Надеюсь, они не стали снова уменьшать количество черного пороха внутри. Надо бы проверить при случае. Опа. Так, если бы я мог повернуть время вспять... Стоп, минутку. А ведь я могу! Руфус 1, судьба 0! Эй, Тони. Это не я. Oh, really? Неужели? So как в тот раз, когда ты... Не ты подменил мою зубную пасту за гуталином? А, так вот же такое зубная паста. И торт на свадьбу с льняной щеткой. И стены для бритья? Это же не я. А медвежий капкан в холодильнике? Это тоже не ты. Нет, это я. Кто-то должен был разобраться с таинственным вором, подменяющим торты. И согласно твоей теории, по ночам в нашем холодильнике орудует медведь. И еще он продал дневник Вензелю. Именно так. Наверняка и бокалы тоже он разбил, да? Нет-нет, это правда не я. Тогда кто? Это МакХроникл виноват. Что еще за МакХроникл? Один тип с машиной времени. Завидую. А можешь просить его повернуть время вспять, чтобы мне больше не пришлось слушать твое вранье? Тук взялся за ним присматривать. Капец с нашими ценами на бензин. Мне больно смотреть на эти кадры. Быстрее переключай. Ты доверил бомжу сторожить самую дорогую мне вещь? Ну, он в стаканах разбирается, правда? Это все розовый слон. Даже не знаю, что больше разочаровывает. Что ты разбил стаканы, или что ты даже не пытаешься придумать приличное оправдание. Розовый слон правда существует. Руфус. Я вижу, ты очень стараешься загладить вину, но... Послушай моего совета. Не говори пока про розового слона. От этого только хуже. Может казаться простому обывателю, а? На самом деле, я просто беру разбег. Я виню во всем общество. Выходит, это общество разбило бабушкины бокалы? А, так вот о чем мы говорили. Я думал, речь о дефиците концентрации у малолетних. Ты сама виновата. Подожди, концентрация или контрацепция? Блин. А, ладно. Слишком быстро диалоги проходят. It's your own fault. Ты сама виновата. Excuse me? Что, прости? Ты меня слышала. А кому пришла эта гениальная идея построить пирамиду из хрустальных бокалов посреди улицы? Не меняй тему. Еще одна дурацкая отговорка вроде «А почему он тогда называется жгучим перцем?» или «Зачем строить начальную школу рядом со строительным магазином?» Поиски виноватого проблемы не решат. Так же, как и ты. Тебе не кажется, что ты сгущаешь краски? Просто это далеко не самое страшное, что я творил. Проблема не в том, что ты на этот раз натворил, а в том, что ты делаешь это снова и снова и снова. Ты ничему не учишься. И что самое ужасное, это передалось и мне. Я тоже постоянно повторяю одну и ту же ошибку. Думаешь, что комбинезоны тебе идут? Прощаю тебя! А, о. Вот в чем дело. Наши отношения зашли в тупик. Ты зашел в тупик. Когда-то я считала тебя необычным, не похожим на других. На каком-то этапе даже твой постоянный поток разрушений нормально работающих вещей становится обычным. Офигеть, блин, просто, а. Сказал, что мы обычные. Эх, ничего святого нет, а. Эти бокалы слова доброго не стоили. Ты им почти не пользовалась. Они даже помутнели. То же самое можно сказать про твои мозги. Я тебя выслушаю, если разрешите их выбить. Значит, ты не поедешь со мной на Элизиум? Нам все равно туда не попасть. С тех пор, как мы с тобой вместе, процент успеха твоих гениальных планов был единственной константой в моей жизни. Ноль без палочки. Я начинаю скучать по старым константам. Количество стен в моем доме, например. Когда-то их было 4. Количество часов в день, когда на кухне нет пожара. Раньше их было 24. Это просто несправедливо. У тебя еще полно констант.
5 пальцев, 2 ноги, 2 родителя. Так, теперь мне страшно. Скажи что-нибудь, Бернард. Say something, Bernard. Боюсь, теперь ты сам по себе, приятель. But no sweat. Ну не переживай, ты справишься. Конечно. Будь примирением боевым искусством, у меня было бы больше черных поясов, чем в магазине мужской одежды. Практики у тебя предостаточно. Я все исправлю. I'll straighten this all out, and then you'll apologize. А потом ты попросишь прощения. Not this time, Rufus. Только не в этот раз, Рупус. Мне надоело ходить за тебя к мэру. Hey. Ладно, пойдем. А я ведь смогу создать еще одного персонажа. Привет. Треф, пока нет. Пока нет, потому что... Не так много классов осталось. Там еще люди хотят себе тоже персонажи посоздавать. Еще не определились с классами. Так, что пока нет. Единственное, что можешь потом создать персонажа в Darkest Dungeon. В будущем планируется по ней стримы. Там же тоже есть создание персонажей получается. Так что можем и там это организовать. Так, наверное, здесь все, да? Просто валим отсюда. Одного хватит для каждого, да. Так, у нас появилась ручка. Теперь мы можем ее в мед запиндюрить, да? Правильно же? Наверное, да. Эх, могу тогда только водичку. Спасибо за водичку. Как ты? Что бы такого мне сделать плохого? У меня есть кран. Правильно, правильно. Идем. Оба. Подошло. Так. Во, все такое липкое. У меня нет даже кактусового хлеба. Ты издеваешься? Какой тебе нахрен кактусовый хлеб? Вот так вот. Можно подумать, что я сказал Лоте недостаточно медовых речей. Липкая борода. Так ты хочешь быть крысачелом? Ну не то чтобы, но... Да в целом тоже потихонечку. Потихоньку, полигонку. Ну, какие ощущения? О, бога. По-взрослому, именно. Так что веди себя соответствующе. Вон, что-то спать сегодня хочу, не выспался нифига. Давай, крысачел. Давай сыграем. Как мужики. Я готов в любой момент. Hey, Wenzel. Привет, Вензель. Ладно, начнем игру. Нашел себе противника, да. Со мной взрослый крысачел. That's not allowed. Запрещено. It's a game for adults. Я взрослый. Precisely. Точно. Сразу видно по пышной бороде. Вы забыли, что я стоял рядом с вами все это время? Это не борода. Нет ничего мужественнее, чем похищение бороды у незнакомца. Я считаю, надо его допустить. Не ты это решаешь. Я здесь командую. Ты давно в зеркало смотрелся? Если честно, я до него не дотягиваюсь. Ладно. Пусть играет. Ну, пацаны! То есть... Ну, мужики! На старт! Внимание! Ставьте! Так, сейчас, секундочку. Так. Гош, что это за место? Это свалка или это такой мир? Это такая планета. Здесь выглядит как свалка, это нормально. Короче, какая планета. В самом начале показывали, что планета была в принципе нормальной, но ее очень сильно застроили всем и вся. Всяким говнецом. Вот. И... Сейчас люди пытаются... Ну как люди, да? Сейчас, короче, пытаются покинуть эту планету. Все по-хорошему. Но у них это дело не получается. Но сейчас, короче говоря, на протяжении 3 частей мы пытались покинуть эту планету. А на 4 части мы здесь типа проснулись, и это все нам приснилось. Поэтому все непонятно пока что. Положить фрукт. А, ну это как крестики-нолики, подожди. Вот так вот. Сыграем в игру, трофей получим. Так, а ну-ка стоять, хрисёпыш. Как хорошо, что я умею в крестики-нолики играть, а? Нет! Ах ты, тринная засранка, а? Не могу сюда фрукт положить, понятно. От крысёныша. Потом он сейчас...
Ага, а потом он еще... У нас победитель! Жульничество! Косачел тренировал своих мелких друзей. Может и да. А может и нет. Я требую реванш. Я вижу, ты не умеешь останавливаться вовремя. Я выигрываю раз за разом. Держи за эту мысль, капитан Головохвостик. Еще раз. Играем. Пипец, он меня переиграл. Так, хоп. Хитер, хитер. А сейчас ничья будет. Отлично, съели, съели его фрукт. У-ху! Я выиграл. А, нет, сейчас потом опять его крыса поплывет, да? Нет! А, отлично! Все. Бинго-бонго! Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим! Что ж, на этот раз выиграл Руфус. Погодите, я требую реванш. Ха, размечтался. Насколько я помню, детям вообще нельзя в это играть. А я совершенно случайно знаю, что под этим убедительным костюмом скрывается мелкий гадкий пацан. Эй! Никаких эй! Правила есть правила. Выкладывай джекпот. Упс, это специально. Ну, погоди. Ау. Ну, такая здоровая. Ай. Гадкая крыса сживала мою лицензию охотника. Не повезло. Копии у меня не осталось. Не повезло? Возможно. Так или иначе, крысочел загадочно улыбнулся. Его работа была выполнена. Говнюка. Так, мне придется пойти. Удачи, хороший стрима. Ты меня крысёнышем назвал, то, что я хожу? Нет. Давай, Треф, удачи тебе. Нет, тут крысёныш просто был в мини-игре. То есть первые три части игрового процесса были во сне. Обожаю такие сюжетные повороты. Очень хорошие. Но пока что это так обыгрывается. Возможно, все это не так было. Знаешь, такие игры. Тут по-всякому может быть. И что мне теперь с этой крысой делать, а? Поджарить ее на барбекю? Крыса это заслужила. Но сначала пусть выплюнет охотничью лицензию. А как она ее выплюнет, блин? Ну, сейчас я сюда сделаю. Ее не кормили. Она уже сгрызла мне охотничью лицензию и половину ногтей. Крыса. Где рвотная, когда нам так нужно, а? Where's the Лоти! Крыса! Какая свобода! Наконец-то я могу не притворяться, будто не боюсь! Из этих тварей! Эй, Лара! Ну и чё ты? Ну, одолжи мне депилятор, а? А, слушай, может ему... Сейчас, подожди. На тебе! Брейся куском стекла брейся. По шкале от 1 до 10, насколько Тони сегодня раздражительна? А что? Да просто так. Не хочет, не? Ну ладно. Сыграем в дартс? Сегодня меня туда... Бешеные кони не затащат. Понимаю. Неужели? Да. Считайте меня мачо, но отстреливать друг другу бошки — это все-таки мужское дело. У женщин совершенно иное мышление. Эй, Лонзо, давай сварим еще супер крепкий кофе. Что сварим? А, да, точно. Это мне приснилось. Не хочешь крысу, а? Повторяю в тысячный раз, Руфу, нельзя платить за счет какой-то Руфу, люди, да. I told you, huh? I put it. Так. And. No.
Эп! Ну какого хрена, а? О, сори. Я промазал, ну ладно. Но мне нужен инвертор, блин, а? Может, надо крысу? Нет, вряд ли. Эй, крысочел, ну-ка. Come on, rat man. Давай, крысочел. Давай сыграем. Нет. Это значит, что я могу отыграться? No, it doesn't. Нет, не значит. The next game. Следующая игра не засчитывается. Oh, yeah. Конечно. Of course. Может, тебе крысу предложить, не? So that's how you get your revenge? Так ты мне так отомстил, да? Позволил своему отродью сожрать мой приз? Rat, 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 крыс, rat, крыс, rat, крыс, he крыс, is the rat. Мужик наш был из крыс. Засранец. That's already sticky enough as it is. Крыс стала достаточно липкая. All I need for the hand. There, you can see how well it works. Видишь, все отлично работает. Да все плохо работает, да, на? Это подстава какая-то. На, крыса. Крыса сожрала мою лицензию охотника. Why the long face? Ну и что такое? Если лицензия охотится на крысу, она для того и нужна. А маленькие твари хитрые. Даже профи, выходя на них, высокочувствуют, непонятно. Какие доказательства еще нужны? Ты настоящий матерый охотник на крупную дичь. Правда? Конечно. Можешь позаимствовать слоновый мушкет. Ух ты, спасибо. Но когда я закончу с грилем, мы сможем потравить охотничьи бычьи байки. Заплетем волосы кроличьи лапки, померимся охотничьими... Понятно, шламами. Очень хорошо, у меня другие планы. Ура! Подожди свое ружье, пацана. Ну, раз ты тоже охотник на крупную дичь, конечно, какие сомнения. Только осторожнее, слишком поздно. Ты уже это говорил, да. Так, ну давайте сейчас в этом, в следующей комнате сохранимся. Потому что уже почти 3 часа отстримили Японию еще. Я уж подустал 10 вечера, блин. Уже сегодня пораньше лечь спать, может завтра пораньше проснусь, пораньше запущусь. А может и нет, посмотрим. Так, сюда. Сохранить? Сохранить. Отлично. Так, 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 так. Сейчас до компьютера доберусь, секундочку. Так, у нас сейчас кто-нибудь есть еще из активных в чатике? Мы можем пойти на Террарию, на Dead Cells или на Guilty Gear Strive нашим рейдом. Уж я из будущего пришел тебе сообщить, что ты должен попить водички, иначе карта умрет. Да. Водичка. Вода, плиз. Вода, аква. Вита. На Dead Cells? Ну, давайте сходим на Dead Cells. Как раз таки к новому человеку, с которым вчера познакомились, благодаря, кстати, Лере. Так, 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 это у нас Юля, она же Котельвания. Погнали, там у нее как раз три человечка. Забежим, поздороваемся, кто-то познакомится. Думаю, ей будет приятно, вам будет интересно. Так, смотрим, смотрим. Гош, веди, веду в бой. Не забываем то, что заглядываем к ней. И что мы первым делом требуем? Правильно, мы первым делом требуем золото, женщин и еду, запомните. Мы пришли за золотом, женщиной, женщинами и едой. Так, отливание. Отображается, отображается. Начать рейд. Всем пока, сики, главное, Happy Pride Month. И тебя также, Гапло, и тебя туда же. Давайте, ребятки, спасибо, что были сегодня на стриме. Неплохо сегодня постримили. Завтра, если у меня сейчас памяти хватит на Соньке, скачаем сегодня It Takes Two, да? И с Никитой завтра будет кооператив в этой замечательной игре. Вот. А тогда идем знакомиться с человечком. Погнали.